А вот теперь должен быть. Да, чат? Как вы думаете? Теперь же есть? Вот, и отлично. Не сгорел? Слушайте, чат, на самом деле я очень пытался, но теперь я понимаю, что мне можно сниматься в порно про электриков. Потому что не ебаться я, оказывается, электрик. Вот прям серьезно, Колопанда, привет. То есть, объективно, вот рассказываю, короче, я, значит, у меня всю неделю, я думаю, блять, откуда запах паленой пластмассы? Я думаю, наверное, это, короче, все, пиздец компуктеру. Я, значит, разобрал компуктер, что-то посмотрел, понял, что там действительно все равно есть проблема, поэтому он жужжит, как тварь. Вот. Но пахнет паленым пластиком не оттуда. И я такой, знаете, я успокоился. Значит, короче, все, установил комп обратно, поиграл, а потом... Сука. Что-то где-то, короче, и... У меня розетка была за двумя комодами, вот которые там стоят у меня за спиной. Что вы думаете? Я решил, ну мало ли, перед сном проверить эту розетку. Я, короче, отодвигаю этот комод, и я обнаруживаю, что розетка горит. То есть она не то чтобы она оплавилась, не то чтобы, блядь, там что-то было это самое. Просто смотрю, как розетка горит. Я так, ага. Причем, знаете, там и, значит, и искорки, и пламя. Так красиво было за этим наблюдать максимально. А еще почему у меня битрейту плохо? Не понимаю почему. Может, кстати, именно и поэтому тоже. Вот, слушайте, в итоге смотрю. Реально, короче, вытаскиваю провод. Блять, провод весь расплавился. Провода оплавились просто нереально. Я, короче, думаю, что делать, блять. Надо что-то максимально срочно делать. Благо... Был час ночи, сука, но рядом с моим домом есть магазин и хозтоваров, и машинных товаров, то есть, короче, всего и сразу, ночной. И все, как вы думаете, короче, пару видосиков на ютубе, и я теперь могу сниматься в порно про электриков. Так что, по-моему, все очень даже неплохо. Привет, Юра, типа Юру. Какие у вас интересные типа. Но если будет совсем тяжко с работой, можно давать объявление Егор на час? Кстати, да, на самом деле. Здорово, релакс. Как думаете, прокатит такая тема, поскольку я теперь не в рот ебаться электрик? Вот. Буду давать объявление Егор на час. Как вы думаете, будет это пользоваться успехом? Или нет? Ты сделал больше, чем я с образованием электрика. Слушайте, на самом деле, короче, рассказываю вкратце, что я сделал. Ну, розетка, я увидел, как просто розетка нахуй горит. Вот. Пришлось зачистить полностью провода, отключить нахер везде электричество. Сначала я отключил не свою квартиру, я такой типа... Сори. Вот. Благо, это был час ночи, поэтому я потом пошел в магазин. Погуглил, что такое термоусадки, купил, ебать, термоусадки. Поскольку в этой розетке было сразу ответвление на разные... Короче, купил эти, ебать, термоусадки, развел провода, значит, термоусадки эти надел. Припаял, чтобы это самое, то есть развел там ток. Потом купил эти, как они называются, клеммы, не клеммы. Короче, в итоге я поставил новую розетку, сука. Вот. Так что я теперь электрик. Они сильно охуели, когда к ним первый раз, типа, в час ночи... Слушай, Риш, на самом деле, туда часто, я так понимаю, такие, как я, заходят, поэтому это довольно-таки норма. Вот прям реально норма. Электро-Йору? Да, я скоро запатентую, короче, такую движуху и буду... Электро-Йору. Нормальная тема. Но, да, сука, бесит. В квартире алюминиевые провода, они медные. Должны быть медные, сука. А эти алюминиевые, поэтому провода говно. К
Кто озвучивал нового персонажа в Валоранте? А, так... Не подловите. Релакс, я понял, что ты решил таким образом меня уволить просто из райтов сразу, но тем не менее. А вот хер вам. А первую букву? Не, я не скажу. Какой голос у нового персонажа в Валоранте? Прекрасный голос у нового персонажа в Валоранте. Так а что, новая профессия уже есть? Слушайте, на самом деле, да. Не повезет в актерстве. Буду электриком. А что за перс? А вот. Видел, как про тебя новость выпустили XBT, где ты разбирал озвучку Смуты? Да, я видел. Но единственное, что мне не понравилось, то есть как бы да, от XBT пришло очень много народу ко мне на YouTube-канал, очень много кто посмотрел. Прикиньте, я мамкин обзорщик, блядь. 40, больше 40 тысяч просмотров на видосе, хотя у меня всего там сколько, 7 тысяч подписчиков. Ну, короче, тема в том, что вот единственное, что мне не нравится, но я понимаю, это, наверное, журналистский ход, что AXBT вставили в свой видос именно моменты, где я просто, ну, как бы в невыгодном свете представляю игру. Вот. А вы все-таки помните, что у меня в этом обзоре есть очень много положительных моментов, так или иначе. Да, общее мнение, конечно, все равно пиздец, но, тем не менее, могли бы уж, ну, какую-то разницу поставить. Вот. Добрый вечер. Электрик нужен, можно номерок. Записывайте. 8-985-690... Да. Вот. Ну, слушайте, я на самом деле, я дорогой электрик, я работаю за очень вкусную еду и беру с натуры, вот. Осуждаю, что? Осуждаю! Блядь. Что я опять не так сказал? Ну, ладно, все равно осуждаю. Во что играть пойдем? Слушайте, на самом деле не знаю. Номера под запретом на Твиче, как личная инфа. Ну так я же и не сказал. Правильно? Так что, как бы... Просто номер. Как говорится, мой номер есть в Телеграм. Нет, там после 6,9 другая цифра идет, не 0. Вот видите, я даже еще одну подсказку дал. А может, пока пообщаемся, там решим? Ну не, я как электрик так не работаю. Я, слушайте, если говорить по вызову, да, то я электрик, который приходит... чтобы сделать работу и чтобы получить за эту работу оплату. Кошка, картошка, всем привет. Привет. Вот, такие дела. Я не знаю, будем ли мы сегодня с вами играть, потому что, короче, я давно не стримил, вот, я думал, что я сгорю нахер, поэтому я думаю, что мы с вами, может, пообщаемся прекрасно. Колхозник, приветствую. А сколько вы стоите в час? Ну, смотря для чего. У меня цены варьируются. Видел тебя в чатике актерской курилки, недавно был рад видеть. А еще увидел, что кто-то под аккаунтом Rex Square писал, что они не согласны с мнением Вани Жаркова. Слушайте, ну, актерская курилка очень неоднозначная получилась, вот. Потому что там поднимались вопросы, на которые, например, у меня абсолютно другое мнение. То есть, ну, не говоря о том, что Всеволод Борисович Кузнецов — это мой учитель... Вот, все-таки я не иду слепо за тем, что говорит учитель, а у меня есть свое видение какое-то. Вот, но тем не менее, за что однозначно я всегда выражал и выражаю респект Всеволоду Борисовичу, это за его железную позицию. То есть он считает, что вот так и надо, и все, и вот за это ему однозначный респект. По поводу несогласности во мнениях, тут очень сложно судить, потому что я тоже в корне, блядь, со всеми не согласен. Вот. У меня свое видение режиссуры, дубляжа, профессии в целом, индустрии. У каждого оно свое, и каждый понимает профессию по-своему. Наконец-то все починил. Здорово. Слушай, да починил так, что я на самом деле сейчас запустился. Либо я взлечу нахер. Вот чат,
Смотрите, короче, вот помните челика, который там вилки, что ли, в тостеры засунул? Я это максимально осуждаю, но мне даже делать ничего не надо будет. Я просто, если я взлечу, нахуй, помните, что я вас люблю. Вот. Да. Вопрос у меня назрел. Егор, насколько знаю, вы счастливый отец двух собачек. Как вы успеваете совмещать плотный график? Во-первых, у меня есть прекрасный брат, который так или иначе приезжает, вот, плюс мама есть, которая, тоже. У меня, благо, я, конечно, похоронил уже почти всю свою семью, но у меня есть еще брат и мама, так что оставьте мне пока что хотя бы так. Вечер добрый. Добрый. На жопной тяге взлечу, скорее всего, взлечу просто, нахрен. А еще Ислам проговорился, что вы недавно с ним давали интервью прекрасный Алене Минчук, вот только не сказал, на каком канале и когда выйдет. Слушайте, когда это интервью выйдет, я думаю, мы его у себя опубликуем в телеграм-каналах, поэтому, как говорите, следите за обновлениями, вот что я могу сказать. Вот. Я, кстати, сегодня в Лигу играл и только сейчас понял, что Всеволод Борисович озвучивал Пантеона. Да, вот видите, век живи, век познавай. Насчет того, что конкурентов не нужно взращивать самим, здравое. Вот насчет этого, да, я тоже абсолютно с ним согласен. Абсолютно. Но по поводу каких-то... Вот смотрите, там интересная тема затронулась. Всеволод Борисович спросил Сашу Гаврилина, про пиратов, то есть про нас. А что, у пиратов все на профессиональном уровне? То есть укладка, перевод, режиссер дубляжа, все не сидя записываются и так далее. И, они занимаются честно профессией, они зарабатывают деньги. И я там в чате пишу, я говорю, мы честно занимаемся профессией и сохраняем профессию. Я вижу, как Всеволод Борисович Кузнецов читает то, что я написал, и говорит... Пират написал, что они честно занимаются профессией. Ну что ж, занимайтесь. И я так... Понял. Но профессионально вам заявляю, что наша студия занимается профессией даже больше, чем многие официальные студии. Вот смотрите, приведу пример. Короче, недавно озвучивал фильм, который, прости господи, в конце марта выйдет в кинотеатрах, вот. Это была самая чудовищно сложная озвучка, которая мне вообще доставалась на моем пути. Мало того, что я пришел в студию, в каждой студии, так, осуждаю на всякий случай, стоит пипитер. Осуждаю. На который кладут текст для озвучки, чтобы артист видел и, естественно, озвучивал. Он был сломан на студии, поэтому текст я, сука, держал в руках. В руках, понимаете, мне нужно озвучивать главную роль, главную, сложнейшая роль. Я держу текст в руках, перевод официальный, с официальной укладкой. Говнище ебаное. По-другому я это никак не могу назвать, потому что... Слушайте, когда, вот помните, я выкладывал в телеге, когда я озвучиваю фильм про рэпера, и все дело происходит в Германии, и когда рэпер говорит фразу «мы их объегорили», тогда у меня возникают вопросы к переводчику. А это официальный перевод, понимаете? Вот какая интересная штука. Официальный. Так вот, наша студия пиратская. Осуждаю это максимально, но мы честно занимаемся профессией, и у нас актеры не держат текст в руках. И у них нету фраз в тексте «мы их объегорили». Вот какая интересная штука. Что за фильм? В конце марта он выйдет, и тогда я про него расскажу. Что раньше тоже пиратели, а потом стали лицензиями, сейчас пиратство не потому, что хотят пиратить, потому что абсолютная правда, и я полностью поддерживаю. То есть смотрите, люди, которые не занимаются, даже не назову это пиратской, альтернативной озвучкой, значит у них просто все хорошо.
у них есть официальный достаток, которым даже с учетом ухода мейджеров они могут обеспечить свою семью. Очень многие серьезнейшие маститые артисты не могут этого сделать в связи с уходом мейджеров. Поэтому, а что им остается? Играть! Знаете, вот я одну фразу, я ее заскринил, я ее распечатаю, и эта фраза будет висеть, сука, на нашей студии. Я вам ее еще, вот я ее сейчас даже процитирую, я специально ее заскринил. Это цитата из фильма «Пираты Карибского моря 1». И, блять, это гениально! Вот, вы знаете, я сейчас всем официалам, которые вот говорят, что вот те, кто участвует в пиратке, копают себе могилу и все такое, вот я всем сразу скажу. Быть может, в редких случаях, когда борьба за правое дело заставляет стать пиратом, пиратство может стать правым делом. Бум, нахуй! Чё я еще могу сказать? Это абсолютная, абсолютная истина. Чат, вот просто, вот серьезно. И это очень важно. Здравствуйте, Егор. Я сегодня «Клинок» смотрел, услышал вас в роли Гюмея. Сначала не понял, а потом как понял, что это вы, и сразу, когда говорили персонажу. Слушайте, ну, во-первых, я озвучивал в «Клинке» не только Гюмея, а еще, как минимум, Руи и Гютаро. Вот. А еще кого-то даже я озвучивал. Я даже не помню кого. Вот, но тем не менее, чат, вот смотрите, вот в этом плане я в корне не согласен с моим блистательнейшим учителем Всеволодом Борисовичем Кузнецовым. Пиратство может стать правым делом. И вот что самое важное, вот, сука, видит небо, как говорится, мы занимаемся именно профессией, а не пытаемся зарабатывать деньги. Это очень важный нюанс. Вот. Сынок, я капитан Джек Воробей. Смекаешь? У вас есть перевод? Лучше, у нас есть рисунок перевода. Да! Вот смотрите, какая интересная штука. В этом официальном переводе, да, вот этого фильма, который я озвучивал, в конце марта в кино выйдет. Клянусь вам, слов... Блять, вот чтобы не соврать. Слов 50, 60. Я добавил. Потому что не хватало. Реплики были в переводе пропущенные. Персонаж что-то там вот проходит, что-то говорит, а нету этого в тексте. Нету, блять, и обосрись ты с этим. И вот это официальный перевод, да. Зато не пираты. Зато не пираты. Вот такая интересная штука. Но тем не менее, вот... вот как это? И вот этот фильм выйдет, я знаю, что вот слов 50-70... Или 60, ну вот мне даже интересно, я уже не помню. Я там целые реплики придумывал, потому что, сука, текст на немецком... Доброго вечера, Егор. Доброго Можешь, вечера. Можешь, пожалуйста, дать совет по декламированию стихов. Заранее спасибо. На костюм электрика и пассатижи собака. Оу май. Спасибо. Смотрите, тема вот в чем. По поводу декламирования стихов, мне очень не нравится слово «декламирование», потому что оно как-то предполагает... Немножко вот я как-то вдохновенно вот так читаю. Вот чат, кстати, тоже обращаюсь к вам для тех, кто еще учится в школе и кого учителя заставляют учить стихотворение, а потом говорят, выходи к доске и прочитай с выражением. Я вот недавно задумался, что такое, блядь, выйди и прочти с выражением. Как это, блядь? И я никогда не мог себе это объяснить, короче. И у нас все выходили, и такие... Люблю грозу в начале мая. И все такое... Нет. Короче, смотрите, что такое прочитать с выражением. Вы берете стихотворение и рисуете у себя его перед глазами. То есть, например, вот... возьмем Есенина, да? Когда вот у него... Вечер черные брови насупил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил? Разлюбил ли тебя? Не вчера. Не храпи, запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка упокоит меня навсегда?
Может, завтра совсем по-другому я уйду исцеленный навек, слушать песни дождей и черемух, чем здоровый живет человек. Ну и так далее. Короче, вы должны видеть то, что вы читаете. Вы должны понимать то, о чем вы читаете. Поймите правильно, иначе это будет вот действительно просто декламирование. Просто я выйду, вот я выйду, и все. А нет, стихи, когда читаешь, вы должны понимать, где в вас это отзывается. То есть вот как там, как же было как раз: «Позабуду я мрачные силы, что терзали меня губя, облик ласковый, облик милый, лишь одну не забуду тебя». И вот сейчас, то есть, я представил конкретного человека для себя. Поймите, то есть, я вот в данном случае, вот это вот четверостишие, но я его прочитал конкретному человеку. Короче, это вот есть определенные, скажем так, называется, это называется актерские лайфхаки. Вот объективно. В первом классе случайно хорошо прочитала стих на литературе, и меня отправили на конкурс чтецов потом с Есениным. Спасибо огромное. Ну, слушайте, это прекрасно, когда вот так отправляют, это замечательно. А вы озвучивали четвертый сезон «Клинка», просто нигде не могу найти. А четвертый сезон «Клинка» разве вышел? Простите, что? Он еще, по-моему, не выходил, так что, а что мы будем тут озвучивать? Ну что, чат, на самом деле, короче, я вам, давайте, вот этот стрим будет посвящен нашим дальнейшим планам. Скорее всего, следующий стрим будет посвящен просмотру Человека-паука через Вселенные 2 с нашей, естественно, с нашей озвучкой от Flero Films. Вот, это будет не просто просмотр, вот знаете, как люди включают фильм на стриме и смотрят, как АФК-стримеры. Нет, короче, этот стрим будет посвящен тому, что я, поскольку я выступал режиссером дубляжа данного мультфильма, и так вышло, что одним из главных голосов, я буду рассказывать, как происходил дубляж и в чем были особенности и сложности. Это вот будет следующий стрим, вот. А ты с командой будешь озвучивать «Аватара»? Нет, нет. У нас, мы думали про какое-то спонсорство, но просто так на энтузиазме мы не вывезем это озвучивать. Вот. Просто выделяя слова, поэтому спросил, потому что в институте просят прочесть. Ну вот, мне хочется думать, что я вам, может быть, в этом помог. Может быть. Может, сегодня баны-разбаны сделаем? В смысле? Вы о чем? Вы про что? Нигде не находила информацию, но интересно, озвучивал ли ты дорамы? Дорамы? О, Колопанда знает. Колопанда. Ты же знаешь, да? Я же озвучивал дорамы, да? Ну, по крайней мере, несколько точно я озвучивал. Просто я не помню, как они называются. Но было такое в моей биографии. Егор, ты бы хотел это перенести еще в YouTube формат, было бы славно, наверное, увидеть, как происходило все изнутри. В плане, ты имеешь в виду сделать видос, где я просматриваю и разбираю и рассказываю? Надо подумать, потому что, мне кажется, для моего мини-канала это очень ЧСВшно, вот. Правила стрима, название дорамы. Во, правила стрима, чат. Кому интересно, вот... Прикиньте, я озвучивал, блядь, дораму про стримы. Гениально. Егор недавно пересмотрел мультсериал шоу по игре «Ага», и в очередной раз словил кайф от голоса твоего друга Максима Якимова. Ну, Максимушка очень талантливый артист, очень талантливый. Мы с ним вместе очень многое прошли. Вот. Можно просто запись стрима? Ну, запись стрима — это дело такое. А вот, короче, ну ладно, надо подумать. Стоит спрашивать про что-то в теме киберпанк. Еще осенью схватился за подмигивание и в теме сайбера выжидаю. Можете спросить, я вам все открыто отвечу. Отвечать, правда, особо нечего, но
Вы можете совершенно спокойно задать вопросы про киберпанк, и я постараюсь, ну, максимально искренне вам что-то сказать. С монтажом поинтереснее будет, чем просто запись. А вот, между прочим, у меня вот в чате, уважаемый, кстати, а как... Ну ладно, потом я тебе выдам, я не знаю, как это делается. Вот. Собственно, вот этот видос по смуте набрал 43 тысячи просмотров и вообще в целом состоялся благодаря вот прекрасному человеку с ником Колотилов. Вот, потому что он мне безвозмездно помогает с развитием канала. Когда Киберпанк 2, примерно через пару лет, тройку, ну, может, еще больше. Егор, вы живы? Да, я жив, и я снова с вами. Поэтому, чат, не забывайте подписываться на телегу, это очень важно. А вот мне интересно, когда в курилке Всеволод Борисович сказал, что актеры не должны сильно сливаться в медиапространство, я немного не понял, про кого он. Единственный, кто на ум приходит, это СБ. Слушайте, я тоже в этом плане не согласен. Смотрите, рассказываю. Опять же, давайте я буду рассказывать на своих примерах, потому что, чтобы я привык отвечать за свои слова, поэтому пусть это будут именно мои слова. Гениально, правда? Короче, когда я озвучивал этот фильм про рэпера, вот этот немецкий фильм, все такое, я его озвучил на 70%, и, как вы знаете, мне приходит сообщение от режиссера: «Егор, заказчики хотят, чтобы рэпер с большой аудиторией, не буду говорить, какой рэпер, не буду говорить, чтобы рэпер с большой аудиторией озвучил этот фильм, прости, прости». Я такой: «Блядь, а как же я?» В итоге проходит неделя полторы, звонок от режиссера: «Егор, рэпер не справился, короче, в общем, все переиграли, возвращайся, да, озвучивай фильм». Вернулся, да, озвучил. Вот. Но при этом... «Привет. Можешь, пожалуйста, если удобно, передать привет Виктории и попросить ее не волноваться перед удалением зуба. Она очень любит твою озвучку». Виктория, не волнуйтесь. Мы все понимаем прекрасно, насколько это тяжело, но мы все с вами, наша любовь с вами. Поэтому соберитесь. Ну так вот, смотрите, тема в том, что почему я не согласен с тезисом Всеволода Борисовича по поводу того, что актеры не должны себя выставлять. Сейчас такое время, что без этого вы никто, вы не нужны. Будете вы в 5 раз талантливее, чем кто-либо, у вас сейчас нет аудитории, вы нахуй не нужны. И это я говорю именно как актер театра даже, не как... человек, который сейчас перед вами стримит, не как режиссер дубляжа и тому подобное, не как актер дубляжа, что важно, как актер театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Егор, спасибо за донат. Смотрел записи с ваших стримов. Вы очень интересный и веселый человек. Вот сейчас, наконец-то, это очень мило. На стрим. Голос прекрасен. Спасибо огромное. Ну так вот, смотрите, тема в том, что... Знаете, почему сейчас... Вот я сейчас буду очень, на самом деле... Это меня тема очень сильно лично задевает, поэтому я довольно-таки эмоционально об этом скажу. Актеры себя снимают и выставляют. Не потому, что они, сука, хотят это делать. А потому, что в официальном, не в пиратском, а в официальном дубляже актеров меняют на блогеров, рэперов и тому подобное. Так вот, актеры вынуждены теперь себя выкладывать, постоянно набирать какую-то аудиторию, чтобы потом в конечном счете их не заменили. И с этим нужно считаться, что сейчас не Советский Союз, и сейчас все по-другому. Но, слушайте, я просто, ну, я очень сильно не понимаю вот этого прикола, что актеры не должны себя выкладывать. А как тогда? Если, да, в пиратской озвучке, вот под которой руковожу я, альтернативной озвучке, да, вот мы делаем дубляж, мы сделали дубляж для 12 проектов в кино. И, скорее всего, будем делать еще один. Ну так вот, смотрите, какая тема.
У меня нету блогеров на главных ролях в озвучке. Нету. Потому что они еще не могут в это. Потому что у меня нету заказчиков, которые скажут, что вот этот блогер должен быть. И знаете, что сделает официальный режиссер дубляжа? Он поворчит, но тем не менее согласится. И блогер будет озвучивать. А вот в нашей альтернативной озвучке такого нет. И где тогда творчество? Вот тоже интересный момент. А кто тогда творчеством занимается? Заказчики, которые продвигают блогеров в озвучку, потому что блогеры принесут аудиторию, и неважно, насколько хорошо они озвучат. Или альтернативный дубляж, который возвращает все те голоса персонажей, за которыми они закреплены и тому подобное. Вот интересный момент. Братишкин, а Братишкина я буду еще учить. Вова пока что может озвучивать небольшие ролюшки. Это очень важно понимать. Мы с Вовой разговаривали на эту тему, и у нас будет отдельно несколько занятий, чтобы я ему объяснил принцип. И тогда я его начну допускать к чуть более серьезному материалу. Но опять же, это будет не сразу. Я никогда не дам ему главную роль вот просто потому, что это Вова Братишкин. Никогда в жизни! Ребят, ну, слушайте. Нужно все-таки понимать время, в котором мы находимся. То есть, смотрите, какая история. Они позвали рэпера, который должен записать мою роль. Рэпер ее начал записывать. Рукибер. Оставит надежду и играть в то, что есть, или есть логика в откладывании Фантом Либерти на потом? Честно говоря, не знаю, есть ли логика. Если вы верите в чудо, я даже не знаю, как это еще описать. Если вы верите в чудо, то тогда ждите. Но я с удовольствием прошел на английской озвучке. Фантом Либерти получил невероятное удовольствие. Да, хотелось бы, чтобы мы это озвучили, но, увы, видите как. Ну так вот, на Эльбу и Сайф или Коп? Коп, конечно же. Для меня Эльба, тем более то, что я увидел конкретно у Эльбы в Фантом Либерти, как он играет и что он играет, что важно, я считаю, это однозначно Владислав Коп. Вот прям совсем. Вот я тоже со всем уважением к Всеволоду Борисовичу, но половина его мнения как будто бы осталась в Советском Союзе. Хорошего вечера. Спасибо огромное, спасибо, Дарья. Да не то, чтобы осталась в Советском Союзе, просто Всеволод Борисович не видит другую сторону. И не хочет ее видеть. Вот такая интересная штука. То есть вот, смотрите, он никогда, я не знаю почему, не знаю. Меня очень любят артисты, как режиссера. Очень любят. Причем артисты не моего возраста, а намного старше. Вот. И я думаю, он об этом знает. Но при этом он считает, наверное, что я... Ну как я могу такой щегол сделать, как режиссер, что-то хорошее? Не знаю, но тем не менее я не перестаю восхищаться Всеволодом Борисовичем и преклоняться перед ним, как перед режиссером. И как перед педагогом, то есть как бы тут нету никаких предрассудков. Но при этом я в корне не согласен с очень многими его тезисами. Просто нужно находить в себе смелость, чтобы это признать. Потому что я не буду называть имен, но как бы... есть такие люди, и даже в случае Всеволода Борисовича такое было. Даже если они не согласны с его какими-то высказываниями, который вот он прямо сейчас, например, там в диалоге с вами сказал, они бы никогда не сказали ему: «Всеволод Борисович, а я не согласен». А я не согласна. Ну, как бы, да? Вот. А я, знаете ли, ну, не то, что специально люблю поспорить, а я просто, ну, если не согласен, а человек там выставляет свое мнение как отправное, мне несложно сказать, что я не согласен. Вот. За это меня очень сильно вообще в индустрии не любят, за то, что я умею, сука, говорить, блядь, то, что думаю. Вот такая интересная особенность. Может, он тебя не узнал в чате? Надпись «Егор Васильев»? Он узнал. Поверьте мне, Всеволод Борисович прекрасно меня узнал. Вот.
Опять же, вот смотрите, вот правильное сообщение. Братишкин 4 строчки, 4 часа записывал. Ну, оговоримся, что все-таки он еще это делал под стрим. Если бы он сосредоточен был только на работе, это было бы быстрее. Но с такими ребятами тоже нужно уметь работать. Если там человек-инфлюенсер, стример, ну, привет, неважно. Очень содержательный стрим сегодня. Приятного дня. Всеволод Боросович, вы же Борисович. Спасибо огромное за донат, спасибо. А мне, кстати, слушайте, блять. Вот вы меня заговорили, Всеволод Борисович, и я теперь не заберу зарплату на Мосфильме. Я уже ее несколько месяцев забрать не могу. На Мосфильме, вот я не знаю, почему это так работает, выдают зарплату наличкой и на руки. Поэтому выдают ее только 2 дня, сука, в месяц. И я никак в эти 2 дня не могу попасть. Почему, блядь? Не получается. Егор, если тебе нравится режиссировать, то ты бы хотел начать полноценно режиссировать офф-проекты, как тот же Тихонов. Чат, раскрою вам небольшую тайну. Скоро мы, как наша студия, мы будем выпускать 2 официальных дубляжа для небольших ситкомовских аниме. Официальных дубляжа, где я буду официальным режиссером дубляжа. Ну, скажем так, начну официальный список с аниме. Чё поделаешь? Я все записываю. Отлично, отлично. Спасибо огромное за донат. Привет, Думкас. А как ваша студия называется? Ну, эти дубляжи будут выходить во Flero Films. Вот. А так еще, собственно, Егор, а ты дома озвучиваешь иногда рекламу или может еще что-то? Слушайте, я вот недавно дозаписал рекламу фон Бет. Вот прям на этот микрофон. Как там было? Фон Бет чемпионат КХЛ. В игре остались только лучшие. Уф. Максимально, максимально. Так это ты? Так это я. Если вы слышали сейчас по телеку рекламу фон Бет, это я, да. Но, собственно, Александр был прав. Альтернативщики станут официалами со временем. Знаете, вот я вам отвечу так. Вот меня когда спросили, что бы я хотел сделать, если бы у меня была возможность что-то поменять глобально, когда официалы вернутся на рынок, я бы нахрен поменял бы все самые основные студии. Все бы там поменял. Доброго вечера всем. Доброго вечера. Хочу посмотреть Аркейн. Посоветуйте, пожалуйста, озвучку. Заранее спасибо и приятного просмотра, чатикс. Выбор только один на Аркейн. Официальный дубляж. На Аркейн есть официальный дубляж, поэтому, пожалуйста, не выбирайте никакие там анилибри и тому подобное. Не в обиду фанатам анилибри, но официальный дубляж Аркейна соло. Тем, блять, вот вы мне напомнили, и мне стало обидно, что я должен был участвовать, я должен был тоже озвучивать Аркейн, но у меня по графику вообще не сложилось. Я тогда параллельно озвучивал какую-то большую игру, поэтому я был занят, у меня был театр, еще что-то. И вот Аркейн мне, к сожалению, не удалось озвучить. А как у тебя комната акустически подготовлена? Никак! На самом деле спасаюсь какими-то типа NVIDIA Broadcast, иногда там шумы, которые вырезаются и все такое. Было бы забавно, если экранизацию Valorant сделали Netflix как Аркейн, но скорее всего так и будет. Я как бы знаю кое-что, но кое-что я ничего не могу вам... в смысле, да. Егор, сколько по времени у тебя заняла озвучка Фрейра? Слушайте, ну на самом деле много я приходил. Потому что там было много очень таких внутренне-эмоциональных сцен, поэтому мы хотели, чтобы это получилось вот прям идеально. Много их перезаписывали. Вот. Ну, наверное, если по дням считать, сколько я дней приходил, то, наверное, ну, недели полторы-две я точно приходил на студию. Вот. А если по часам, ну, это надо задуматься очень хорошо бы. Так, Егор, а что думаете по поводу мнения Всеволода Борисовича о мискасте в дубляже сериала «Шерлок»? Слушайте, я согласен и не согласен с Всеволодом Борисовичем.
Я согласен, что голос Василия Зотова за Мартина Фримена, к нему привыкаешь. Вот я, когда начинал смотреть сериал «Шерлок», я его очень люблю, голос у Мартина Фримена к Василию, он прекрасный артист, но к нему привыкаешь. А вот Головчанский за Камбербэтча потрясающий. Просто потрясающий. Поэтому я абсолютно не согласен, что вот Всеволод Борисович говорит, что это лютый мискаст. Я считаю, Александр Головчанский идеально передал вот это вот... А, блестяще! О, подарок! Это, ну, это настолько классно и настолько вот отстраненно и высокомерно звучит, что это абсолютно точное для меня попадание было. Вот абсолютное. Егор, как думаешь, стоит ли идти на нового «Мастера Маргариту»? Слушайте, сходить стоит, просто чтобы посмотреть. Я посмотрел, мне не понравилось. Мне понравилось несколько актерских работ, не более того. Мне не понравилось. Это не «Мастера Маргарита», это называется «Самовольное видение режиссера». Ну вот серьезно, это самовольное видение режиссера, но не более того, это не «Мастера Маргарита». Вот, потому что Булгаков, блядь, по-другому там написал очень много. Вот, это скорее просто такая вольная экранизация, я бы вот так это назвал. Но посмотреть, составить какое-то свое мнение, почему бы и нет. Так, то только в сиквеле, ну посмотрим, Ник, я не знаю. Егор, ты же будешь озвучивать «Бэтмена 2» в дубляже «Флору Фильмс», если... я думаю, это будет круто. Слушайте, да, мы на самом деле подумываем сделать дубляж и на «Пингвина» от Netflix, но тут, опять же, либо будет какой-то сбор донатов, либо будут спонсоры, ну, не знаю, будем думать. Я бы очень хотел сделать этот сериал, потому что мне нравится образ, который сделал Колин Фаррелл, и я бы хотел для него подобрать голос. Мне абсолютно не нравится выбор голоса в официальном дубляже, поэтому я его даже никогда в жизни рассматривать не буду. Вообще никогда. Я буду подбирать другой голос. Вот, это однозначно. В «Пингвине» будет Бэтмен. Поправочка, в «Пингвине» будет Брюс Уэйн. Бэтмена там не будет. Там именно что будет, там появится Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна. Это важные факторы. Ну что, чат, слушайте, по-моему, мы с вами потрясающе сидим, а вы вот все спрашивали, когда играть, когда играть. Очень интересно узнать ваше мнение, так как вы лично были знакомы с Ярославой Георгиевной Турелевой, пыталась изучить ее феномен до нее, и после подобных ей людей нет. Почему? Потому что у нее был стержень и характер, с которым она умело посылала нахер даже таких масштабных людей, как, ну, глав Universal, DreamWorks и тому подобное. То есть, ну, даже вот, смотрите, ее феномен в том, что при мне приносят ей мультфильм. Не буду говорить какой, ну, короче, приносят ей мультфильм продюсеры. И приносят сразу каст, кто будет озвучивать. Там маленькая девочка, главная героиня, вот. Но в касте написано, что будет ее озвучивать известная певица наша, но которой 40 лет. Сидит Ярослава Георгиевна, светлая ей память. Это все было при мне, то есть я вот, положа руку на сердце, могу сказать. Сидит Ярослава Георгиевна, смотрит на этот лист, она говорит: «Вы что, блядь?» Вот, дословно. «Хотите, чтобы эта 40-летняя корова озвучивала, блядь, у меня маленькую девочку? Пошли нахуй со своим мультфильмом! Не буду я его режиссировать. Ну, отдайте кому-нибудь». И все. Понимаете, и там продюсер уже там, ну мы как бы это самое утвердили. Мне похуй! Вот, вот что было. Это абсолютная чистая правда. И я преклоняюсь перед характером, волей и стержнем Ярославы Георгиевны Турелевой. И она очень многому меня научила. Я вот, вот знаете, на самом деле, поскольку я работал с ней последние 4 года... Гоустрим в косплее горничной. Донат в 1,5 миллиона и погнали. Вот так я оцениваю стрим в костюме горничной. Вот. Но тем не менее, вот поскольку я работал в каждом фильме Ярославы Георгиевны на протяжении 3,5 лет ее жизни последних,
Вот, она очень многому меня научила, поскольку мы еще не просто работали как режиссер и актер, а я очень много с ней беседовал про профессию, и знаете, вот я имею право с гордостью говорить, что я еще ученик Турелевой. Вот это прям для меня, ух. Егор, ты знаком с творчеством Михаила Мартьянова? Хотелось бы почаще слышать его в озвучках. Конечно, знаком. Мы с Мишей знакомы еще, поскольку мы играли в одном театре. Я просто из малого театра ушел. Миша играет там, насколько я знаю, до сих пор, с большим успехом. Вот. Мишу можно будет привлекать. Просто у него очень такой особенный голос, поэтому нужен какой-то особенный персонаж. То есть просто какой-то, знаете, проходной персонаж там второплановый ему не подойдет. У него особенный голос. И это очень важно. Как тебе дубляж Томаса и остальных в «Козырьках»? Честно говоря, во многом, я считаю, мне очень не понравился дубляж «Острых козырьков». Там, я считаю, нужны были другие голоса. Потому что этот дубляж, насколько я знаю, он родился из-за кадра. Немножко закадровой отдачей попахивало вот первые серии. Прям я такой, типа, блядь, почему они озвучивают это как за кадр? Вот. Но опять же, это только мое мнение, я не призываю с ним соглашаться, но я бы некоторые роли поменял в этом плане. Егор, а как тебе озвучка «Властелина колец»? Жаль, там Кузнецова не было из-за конфликта. Ну, слушайте, тем не менее, озвучка «Властелин колец» шедевральна, и она состоялась, поэтому я не переживаю об этом. Егор, интересно ваше мнение про озвучку глав героев последних Deus Ex. А я не помню, кто его озвучивал в последних. Дайте-ка я погуглю, подождите. Так. Кто-то же я этот самый. А, Кретов. Ну, слушайте, Кретов очень сильный артист. И, ну, как бы на самом-то деле, я и вспоминаю, что в целом работа очень такая, очень сильная, я бы так сказал. СНГ дубляж, по твоему мнению, стал лучше, чем 2 года назад? Да. Да, но стал он лучше не благодаря, на самом деле, вот этим ребятам. Он стал лучше благодаря двум режиссерам, я не буду называть их имена и фамилии. Эти два режиссера оба из Питера. Это серьезнейшие режиссеры дубляжа. Вот. Они научили их озвучивать. И учат до сих пор. Ездят в Казахстан. Втайне. Втайне. И учат их озвучивать. Вот такая интересная штука. И знаете, опять же, я вот не боюсь это говорить, какие-то вещи открыто. Потому что, типа, ну, раз так оно и есть, то что уж сделаешь? Нет, вот это вот, ну, как бы там кто-то что-то где-то учит. Нет, они продолжают ездить. Ездить, учить, режиссировать. И все это в тайне. Вот, такие дела. Модели голосов от сектантов. Да что я поделаю. Егор, напомни, пожалуйста, Ислам озвучивал Валорант? Нет, Ислам не озвучивал Валорант. Здорово, Егор. Кого бы ты хотел озвучить в Наруто? Если экранизация все так и состоится, мой ник произносится без ударения. Спасибо огромное за донат, ник без ударения. Вот. В Наруто... Слушайте, я не смотрел Наруто, но, наверное, я там больше всего подхожу на взрослого Мадару. Ну, если так. Ну, как бы. Сами себе взращивают конкурентов? Ну, слушайте, для них деньги не пахнут. Тем более, они в этом плане режиссеры, хотя и от них скоро откажутся. Кстати, там же скоро юбилей театра, новостей насчет стрима «12-я ночь» нет. Юбилей театра скоро. Вот, мы обсуждали. Возможно, ну, как бы, естественно, этот стрим будет не сразу. Вот, но кое к какому консенсусу вроде как мы пришли. Мы сейчас обсуждаем, насколько это возможно сделать на несколько камер и насколько это не будет мешать зрителям. То есть, чат, еще раз рассказываю вам, хочу, поскольку я играю в театре, хочу провести стрим спектакля, в котором играю. Стрим спектакля. Вот,
блять, это, мне кажется, если сделать из этого вот прям технически все правильно, то это вообще конфетка будет. Это будет один из самых разъебных контентов на Твиче. Потому что мало такого происходит. Егор, а где было приятнее работать, в театре или озвучка, а может кино? Слушайте, на самом деле, везде приятно работать, где есть приятные люди. То есть вот недавно снимался у Андрона Кончаловского. Это восторг был просто, а не съемки, как же я кайфанул. Если говорить про театр, в театре тоже, если появляется потрясающий режиссер, там, не знаю, хорошая роль, хороший материал, тогда и работаешь по-другому. Вот. Звучит как охрененная идея. А тебя не забанят? А за что? Я, честно говоря, не представляю, за что меня должны забанить. Стрим спектакля звучит сильно, жду, надеюсь. Слушайте, чат, я очень сам жду. Я прям... если стрим спектакля состоится, буду полуголый стримить. Потом, когда-нибудь. А потом от театра не прилетит, так я с театром же это обсуждаю. Я же, собственно говоря, буду это обсуждать именно с театром. Удачного стрима. Спасибо огромное за донат, спасибо. Забанят, если только за превышение офигенности. За свою улетность денег не беру. А за красоту тем более. Это важно. А как у тебя улучшение отношения с лучшим Ламбертом? Каково работать с Ваней, если работали? Работали, но мне кажется, Ваня меня сейчас не любит. Не знаю почему. Вот. Но при этом я потрясающе, просто невероятно. Я вот, у меня остался колоссально классный опыт, как я как режиссер записывал супругу Вани Жаркова, Анастасию Жаркову. Настя не даст соврать. Мы поработали вот невероятно творчески. Вот действительно, вот в самом глубоком понимании, как режиссер и как актриса. Это была просто квинтэссенция творчества. А с Ванькой мы прекрасно работали, записали несколько серьезнейших проектов. Вот. Но сейчас не знаю, может, не любит меня. Чё-то не зовет вообще. Поэтому не знаю, может, не любит меня, может, я ему перестал нравиться. Я, как бы, знаете, я никому не напрашиваюсь, поэтому кто зовет, к тому иду. Кто не зовет, к тому не иду. Как это? Что можете? Могу копать. А что еще можете? Могу не копать. То есть, ну, мне кажется, вот такая тема. Видео по годовщине смерти Елены Шульман уже начали снимать или еще ищете помещение? Чат! 5 марта, то есть уже послезавтра, состоятся съемки, полноценные уже все съемки ролика в память о Елене Шульман. Ждите, кстати, кружки из телеграм-канала моего о подготовке. Вот, постараюсь передать вам привет от некоторых голосов Валоранта, так что, как говорится, следите за обновлениями. Приветствую, Чеснок. А у тебя когда будет супруга, Егор, пора уже? Вы думаете, мне пора супругу? Вы думаете, пора или нет? Егор, а вы знакомы с Никитой Кологривым? Слушайте, ну мы пересекались, когда поступали. Потому что мы поступали параллельно, мы же учились в одни годы, 14-18 выпуск. Просто он не поступил туда, куда я поступил. Вот. Поэтому мы отучились в разных институтах. Вот и все. Но Ваня объяснял это, его спрашивали про много актеров, типа, почему не зовете того или иного, как он сказал, у него столько актеров и всем надо... Слушайте, я поэтому ни в коем случае никого не призываю что-то думать, как бы, может, просто не зовет, потому что не зовет, вот и все. Я к Ване потрясающе отношусь и считаю Ваня серьезнейший человек в нашей индустрии, поэтому, как бы, какие вопросы? Супруга будет, не будет стримов больше? Слушайте... Ну, кстати, да, на самом деле, смотрите, вот как только у меня появится супруга, разве смогу я нюцы вам в Телеграм выкладывать? А пока что могу. И выкладываю. Я думаю, тебе уже нужно супругу-упруга. Слушайте, ну, если уж говорить откровенно, да, если мы уж затрагиваем вот такие темы, ну, естественно, я хочу упругую супругу. Как бы это странно ни звучало.
Чтобы следующей дыре я уже праздновал в замужнем... Я спросил, за что меня так не любят? О, слушайте, ну... Тем не более, я бы даже так сказал. Как говорится, подписывайтесь на телегу и ждите обновлений. Вот. Но... Пока что... Я вам что, я вам таким не нравлюсь? Без кольца? Я вам понравлюсь только если у меня будет кольцо на руке? Давайте пока без этого. В конце концов, я еще молодой и красивый, поэтому... Поэтому... Бля, музыка... Просто Ведьмака максимально меня... Каждый стрим, вот я ее слушаю уже сколько времени... Максимально меня разъебывает. Ты фейковое кольцо надень и показывай. Слушайте, так у меня аж тогда половина онлайна уйдет. Девочки увидят, что у меня появилась супруга. И вот уже, пожалуйста, было 100, почти 190, стало 170. Ну вот, вот спасибо. Что и требовалось доказать. С кольцом от тебя половина припищиц на Твиче и ТГ отвалится. Вот, вот, вы понимаете, вы хотите, чтобы... Я стал совсем ноунеймом и неинтересным. Чат, но я же и так стараюсь только для вас. Только для вас. Ведьмак 4, судя по слухам, расширит границы открытого мира. Слушайте, ну... Я слухи определенные кое-какие знаю, как говорится. Но давайте будем посмотреть. Вот что я могу сказать. Надо просто подождать. Самые верные тебя не бросят. Для самых верных нюцы я и выкладываю. Я, вы что думаете, я качаюсь для вас, чтобы потом выкладывать вам секси-нюцы? Чтобы потом решиться сделать бусти, короче, чтобы вы платили за секси-фотки. Меркантильненько. А будете делать дубляж Дэдпула 3 в итоге или пока еще не решили? Ваш трейлер понравился больше другой студии, особенно в плане перевода, без всякой отсебятины и качества сведений. Да и актеры подобрали идеально на Дэдпула, как по мне, уверен... Мы будем рассматривать это, потому что, как бы странно не звучало, я считаю, вот, что Александр Носков, вот лично для меня, звучит даже уже лучше, как Дэдпул. Потому что это не брендированный голос, а человек занимается ролью. Ролью, а не тем, что я Дэдпул. Я Дэдпул, поэтому любите меня семеро. Это не так работает. Вот, так что... Будем обсуждать. Будем обсуждать, будем прикидывать все за и против. И могу вам, ну так, приоткрыть завесу, что у меня есть уже несколько кандидатов на голос Росомахи. Эти кандидаты вас удивят, но при этом, мне кажется, мы что-то подберем. Вот. OnlyFans? Да, однозначно. Ты что-то говорил про конкурс ТГ на озвучку, это просто вброс был или думаешь по этому поводу? Нет, почему же? На самом деле, я просто пытаюсь это для себя как-то структурировать, чтобы не было разнобоя, потому что нужны четкие правила для этого конкурса. Да и это и не конкурс. Чат, поймите, это будет не конкурс озвучки, а вы будете присылать мне, ну кто хочет, свою озвучку, да? Я ее буду на стриме отсматривать и просто давать какие-то комментарии. Не будет выигравшего и проигравшего. Не будет. Я... Если бы вы были профессионалами, понимаете? Если бы вы были профессиональными актерами, тогда бы да, я бы сказал, вы хуйня, а вы нет. Вы победили. Но в данном случае я буду оценивать не с этой позиции. Поэтому какие могут быть проигравшие вообще? Привет, только посмотрел видео про смуту, решил зайти на Twitch и подписаться, а тут стрим, будут ли еще видео подобного плана или это единоразовая акция, в любом случае спасибо. Спасибо огромное, что вы подписались, спасибо огромное, что вы нашли время, чтобы зайти ко мне на стрим. Смотрите, короче, чат. Есть почти готовый видос по демо игры Индика. Видос жесткий. Вот, как вы помните, мы отсматривали на стриме. Видос жесткий, потому что там разработчики решили сделать крутую идею, но нихуя не получилось. Хотя идея потрясающая. Вот. Но я столкнулся с невероятным... Ахуем! Я даже не знаю, как я подбирал слово, не могу понять. Короче, людям... Очень нравится такая озвучка.
Когда вот непонятно ни хера, что говорит персонаж, там типа, что-то, блядь, И люди пишут, о, блядь, вот оно, как в жизни, как в жизни. Вот смотрите, я вот как в жизни сейчас с вами разговариваю. Нет, я вот должен вот как бы с вами вот так вот сидеть и разговаривать, и это вот как бы в жизни, вот понимаете, да, это вот я с вами разговариваю, и это как бы, ну вот как в жизни, понимаете, вы, может, нихуя не поймете, что я говорю, но это, блядь, как в жизни. И поэтому, короче, смотрите, чат, просто, скорее всего, я придется столкнуться с лютой волной негатива, потому что сейчас у нас появились нетакусики, которые считают, что такая вот озвучка, это как бы, это вот как в жизни. Это вот как у Козловского. Вот реально, я участвовал в озвучке обзора Bad Comedian на Чернобыль, я знаю, о чем я говорю. И вот это гениальное. Заебал тихо шептать. Вот. Короче, чат, поэтому я хочу вас спросить. Скорее всего, пойдет волна негатива по этому видосу. Он почти готов. Дропаем. Но тогда мне нужна будет ваша помощь, потому что надо будет поднять щиты. Потому что людей нужно учить, что, блядь, это плохо. Когда, сука, не слышно, что говорит персонаж, и непонятно, что он говорит. Я вот как зритель, я хочу понимать и слышать. А мне этого не дают, потому что мне дают озвучку вот как в жизни. Вот, понимаете, это как бы вот, блядь, это нормально. Вот, поэтому, короче, я дропну этот видос, если вам это интересно. Но при этом мне нужна будет ваша помощь. Вот, знаете, на самом деле, вот вы очень правильно написали, сварливый пони. Вот иногда некоторых персонажей в игре Индика хочется переспросить. Чё, блядь? Чего? А вот знаете, как это неловко происходит? Короче, как в жизни, вы переспрашиваете человека, он вам это опять повторил, и вы все равно ни хрена не поняли. И все равно, и вы стоите... Вот в игре это и будет то же самое, потому что реплику обратно не откатишь. И если вы не поймете, то вы не поймете. И все. И вот как с этим бороться, я не знаю. Короче, так что, чат, поставьте плюс в чат, если видос на днях дропаем. Скажем, через 2 дня. Если вам нужен видос по Индике, чтобы мы его с вами не скурили, тогда дропаем. Ну ладно, все, хорошо, я понял. Знаете, как забавно, короче, человек, который монтирует мне этот видос, с которым мы вместе это все монтируем, он тоже поставил плюсик, потому что, получается, он монтирует зря. Прикиньте, блядь, этот плюсик смотрится особенно, знаете, так типа, ты чё, сука, ты чё? Как не дропаем? Вот примерно вот такое ощущение. Слушай, как-то Моргенштерн про такое непонятное рассказывал в своих треках, типа поэтому некоторые треки и популярны тем, что непонятно. Здравствуйте, Егор. Расскажите, пожалуйста, немного про вашу программу тренировок в зале. Какой вес гантелей у вас? Сколько как режима делаете? Спасибо. Здравствуйте, интересный вопрос, но я занимаюсь немножко по другому методу. Поскольку я в прошлом очень много занимался боевыми искусствами, у нас тренер, что по боевому самбо, что по боксу, всегда говорил: боксер не должен в руке тяжелее пушинки ничего держать. Поэтому в основном я работаю с отжиманиями, с утяжелениями. Плюс у меня разные... хваты отжиманий, поверьте мне, мой, скажем так, моя система отжиманий взорвет нахрен вам грудные мышцы. Так что тут я, как говорится, стараюсь на себе это все. А ты ему випку выдал? А вот выдам, просто я опять забыл, как это... Этот талантливый человек в чате, жму ему руку. А вот да, вот, между прочим, этот талантливый человек в чате прям над вами. Вот, и поэтому да. Мэн, просто знаешь, что ты легенда, запомни это. Спасибо огромное, мне правда это очень важно. И
Это клево. Достали уже актеры с речью, как в жизни, когда отечественное киносериалы смотришь с субтитрами, потому что прошел... Ну вот да! В свои 31 решил свободное время посвятить урокам вокала. И вот ведьмачьи песни учить тяжело, зато киберпанковские прям кайф заходит. Особенно песни Давида Подсядла. Энчредит уедет. Вообще, ну меньше, чем 3. Давида Подсядла, потрясающие треки. Огромное спасибо за донат, огромное. Вот, чат, я считаю, у Давида Подсядла есть намного круче трек. Вот в аниме Киберпанк Edge Runners все плачут от одного трека. А я плачу от другого абсолютно. Вот, вот он мне западает в душу просто максимально. А, нужно всего лишь, купить. Временами кажется, что озвучивает малой пацан лет 12. Но, слушайте, у них вот, у авторов была очень интересная задумка. Интереснейшая. Но когда нету режиссера дубляжа нормального, который понимает в этом, тогда и не получается эта задумка. То есть за задумку просто лайк, блядь, 10 тысяч раз. За реализацию 2 с плюсом. Ну нет, 3 с минусом, и только из-за блистательнейшего Ефима. Вот серьезно. Тебе Колопанда написал команду... О, спасибо. Слушайте, как прикольно. Раз и все. Ну-ка, Ctrl-C. Смотрите, какой я... Какой я владелец канала. Опа-на! Вот так вот это работает. Короче, на самом-то деле, чат... сейчас я надеюсь, что я обратно к вам... буду возвращаться на стримы. Просто поймите, скоро 8 марта. У нас в театре готовится юбилей театра. Готовится, значит, концерт к 8 марта. В общем, блядь, это жопа. Это жесть какая-то. Я поэтому думаю, может вам сделать, короче, для девчонок, для канала сделать какую-нибудь секси фоточку. Просто, типа, я вот так вот вас поздравлю сексуально. Чё думаете? Мне кажется, по-моему, может получиться очень стильно. Я просто, давайте, да, для девчонок, поскольку мы обсуждаем 8 марта, вот, я заебусь вас всех поздравлять, вот, я вам сделаю секси-фоточку. Правда, мило? Минус бабки, вот что такое 8 марта, цветочный бизнес разоряет. Слушайте, я на самом деле... С одной стороны, согласен, с другой стороны, а почему бы и нет? Почему бы не порадовать прекрасным букетом прекрасную мадемуазель, с которой может что-то получиться потом в этот день? Смотрите, дело в том, что 8 марта можно рассматривать не только как, вот если говорить про отношения и взаимоотношения. Все-таки, когда вы балуете человека вот такими подарками, у человека поднимается настроение. Больше, как их там, эндорфинов выходит. Соответственно, может что-то получиться. Рассматривайте это как возможности иногда. Мальчикам тоже нравятся секси-фоточки. Мальчикам я пришлю отдельно всем. На прошлое 8 марта сама себя порадовала букетом тюльпанов и пошла гулять в хорошую погоду. Вот тоже прекрасно, тоже прекрасно. Я согласна и на это, я работаю в ресторане 8 марта, это кошмар. О, боже мой. Жестко. А главное, чтобы мадам не кинула после 8 марта. Но, слушайте, так уж можно разбирать, что можно, короче, перед 8 марта кинуть, а потом вернуться и помириться, ну, числа 10-го. Я это осуждаю, никогда так не делайте. Никогда так не делайте, это плохо. И так нельзя. Числа 13-го? А почему 13-го? А, типа, чтобы совсем не палевно было? Ха-ха, релакс, красава. Во, релакс шарит, походу. Вот, если за такими советами, это к нему. План капкан однозначно. Он сейчас научит на свою голову. Слушайте, ну, не, в этом плане я, как говорится... Любитель получать благодарности за подарки, но делаю подарки безвозмездно. Когда делаешь подарок безвозмездно,
то награда еще больше. Вот такая интересная штука. А инста есть у тебя? Представляете, есть. У меня даже есть, она даже где-то это самое. Но я сейчас больше веду телегу, поэтому если хотите следить за моей жизнью и за какими-то обновлениями, то это лучше подписывайтесь на телегушку. Как минимум потому, что, смотрите, чат, когда... Заебусь это повторять, но ладно. Когда у меня стукнет, короче, 10 тысяч приписчиков в телеге, вот, а на секундочку их уже 9300, я разыграю денежку и подарю рандомному приписчику денежку хорошую. Так что, как говорится, подписывайтесь, просто даже из меркантильных целей. Денежка сюда, вот, вот, видите, вот правильно. Дарить подарки почему-то для меня приятнее, чем их получать. Я согласен с вами. На самом деле, в этом есть тоже очень большая и очень серьезная парадоксальная тема. О, круто, и сколько денег я получу, но если вы выиграете, то 5000. Как с куста. И на YouTube Егора тоже подписываемся. Кстати, да, чат, между прочим, я начал развивать свой YouTube-каналчик. Так что, как говорится, подписывайтесь и туда. Ты сам делаешь YouTube? Слушай, релакс, в каком плане сам? Вот у меня есть... Я художник, понимаешь? Я не умею работать вот с этой техникой, поэтому у меня есть прекрасный человек, который мне монтирует видосики. Когда канал разовьется, этот человек начнет, я надеюсь, у меня получать еще и денежки. Вот. Так что, как говорится. Привет, Егор, стрим и на Ютубе параллельно. Слушайте, на самом деле, чат, планирую запустить стрим на Ютубе на днях. Просто чтобы проверить, насколько у меня будет пососный онлайн. Типа, я не знаю, на YouTube. Причем вот самое интересное, что даже если я анонсю стрим на YouTube в телеге, люди из телеги даже меньше приходят, чем на Твиче. Не знаю, как это работает, но мне вот интересно попробовать. Вот. Однозначно надо будет. А вот благодаря, да, благодаря вот появляются видосики, и вот благодаря тому, что вы решили, появится еще один обзор с демо-игры Индика. Вот. Нам этот обзор нужно, осталось какие-то финальные штрихи, отрезать пару лишних моментов, добавить смешной монтаж, и все готово. По факту видос уже фактически готов. Вот. То есть на самом деле дропнется видос буквально через 2-3 дня. Кстати, я не знаю, как это будет решать Сергей Игоревич Чихачев, но, по-моему, видос в память о Елене Шульман основным образом дропнется сначала именно на мой YouTube-канал. Поэтому, кстати, не забывайте, об этом будет отдельный анонс. Я все это подробно расскажу. Вот. Короче, возможно... Видос, ну, смотрите, 5 марта состоятся съемки, то есть уже послезавтра. Послезавтра я, скорее всего, дропну пару кружков с голосами Валоранта для вас, передадим привет вам, как говорится, вот. И послезавтра, собственно, состоятся съемки ролика в память о Елене Анатольевне. Вот, и уже послезавтра я примерно буду понимать вообще, на какой канал будет дроп видео, вот, и будем его... И вот эта просьба, вот тут чат, пожалуйста, отнеситесь серьезно, кто, ну, как бы, кто меня слушает, кто меня любит, вот, вот репост этого видоса для каждого любителя Valorant'а прям вот обязателен, поскольку этот видос будет носить в себе, как бы это, блядь, странно не звучало, неофициальный характер. Ну, то есть, как бы, это неофициально, вся команда русских голосов Valorant'а собралась и сняла этот ролик, вот. Поскольку ролик будет неофициальный, нужен будет каждый репост, чтобы о памяти Елены Анатольевны Шульман узнало как можно больше людей. Как можно больше.
как можно больше любителей Валоранта, как можно больше любителей ее творчества. В общем, однозначно, ребят, я на вас, как на свою семью, я очень буду рассчитывать. Вот. Привет, кстати, помню, у тебя был стрим с актером озвучки Гекка. По итогу, как говорилось, он стал играть в Валорант и стримить. Если да, то как найти того смешного типка? Максим сейчас только начал играть. Вот, он пока еще не сделал Twitch-канал, поэтому я его пока только пинаю для того, чтобы он начал стримить. Скорее всего, как-нибудь я его все-таки вытащу на совместный стрим, где он уже будет играть за Гекка, а я за Йору, и будем пилить контент. Вот. Риоты же тоже иногда продвигают неофициальное, может, тоже сделают репост. Однозначно будем разговаривать с ними, чтобы, ну, конечно, тоже поддержали. А как насчет того, чтобы попросить стримеров зафорсить фильм? Какой фильм? Это будет ролик небольшой про Елену Анатольевну. Вот. Ну, как бы, о, опять же, релакс. Ну, слушай, релакс, мы вообще-то с тобой договаривались поиграть как-нибудь, так что ты тоже не забывай этот момент. Я говорю, сейчас у меня вот, блядь, вот эта вся кутерьма с 8 марта пройдет, я немножко в театре подразгребусь, и можем что-нибудь вместе замутить прикольное. Давайте уже с релаксом шоу-матч, алло. Кстати, между прочим, да, я Стинт, бывший Иммортал, один в один я его выебал. Так что нормально, шансы у меня есть, тем более я платина уже. Держу в курсе, как говорится. Риоты не подключатся, хотя бы в репосте, в день сбора они стрим продвинули. Ну, все-таки я верю в то, что они подключатся. Просто, ну, основной дроп этого ролика будет не на официальный, скорее всего, канал Valorant.ru, а, скорее всего, изначально это будет мой канал. Потому что, ну, я был инициатор вообще инициатор всей идеи и вообще инициатор всего этого ролика, чтобы это состоялось и чтобы это произошло. Собственно, так вышло, что я. Хотя я меньше всех из голосов Валоранта общался с Еленой Анатольевной. Вот, но как-то так вышло, что, короче, знаете, на тот момент сработал фактор типа «А кто, если не я?» Вот серьезно, а кто, если не я? Так-то X-Platina 2 не забывай, но я Platina 1, а вообще на самом деле в душе я чмо минус 2, как и всегда. Но поскольку я качаюсь, я могу написать админу еще. Да слушай, релакс, я ж с ними на связи прям вот так. Прям со всеми вот этими на связи. Поэтому если что, ну короче... В определенный момент я тебе тоже об этом напишу, и мы просто массово запустим все эти репосты, и все будет клево. Голос Мэри Джейн, не верится, что она умерла. Да. Приятно тут с вами сидеть, но у нас в Сибири час ночи. Приходите еще. Огромное спасибо, что зашли. Огромное спасибо. Большое за это вам спасибо. Ну, слушайте, я-то здесь при чем? Я в данном случае просто инициатор идеи этого ролика. А благодаря вам этот ролик состоится. Благодаря каждому из вас, благодаря каждому репосту, благодаря каждому донату. Я просто помню, как у меня, когда мы сборы объявили, у меня вот весь день у меня телефон просто разрывался от сборов. Люди присылали... Ну, слушайте, даже забавную историю расскажу. Люди присылали... Я не знал, что такое возможно. 0,01... рубля. Вот люди настолько хотели задонатить хоть как-то. 0,01 рубля. Турнир по Валоранту будет с 9 по 10 марта среди стримеров. Ты занят, да? Смотря во сколько, и меня туда, по-моему, не звали. Слушайте, как интересно. Короче, я единственный голос Валоранта, кто стримит и играет, продвигает Valorant, продвигает контент и так далее. Не, подожди, релакс, подожди. Стримеры Valorant, короче, блять, не позвали. Хпуна. И пожалуйста. В одной пати с Егором было бы классно. Ну, слушайте, мы с релаксом так или иначе еще совместный с ним какой-нибудь контентик замутим. Вот.
Люди такие без... О, не говор... не напоминайте мне вообще это. Не напоминайте. Сейчас в ТГ могу написать. А кто это... Слушай, релакс, подожди. А кто это организовывает? Давай сначала об этом поговорим. Потому что если там организации просто типа давайте соберемся и поиграем, то не, я никуда не пойду. А, да? Подожди. И при этом... Bad Boom, короче... Ебать логика у людей. То есть просто, ну вот, просто стримеров они зовут, а я, который не просто стримлю, но еще и напрямую связан с Валорантом, типа, да... Да нахуй. Блять, просто браво. А следующий стрим про Человека-паука когда планируется примерно хотя бы? После 8 марта однозначно. Чатик летит. Мое сообщение не замечаешь. Что насчет дичсерт сервера? Можем не только в чате обсуждать, но и в айсе. А, слушайте, но дискорд сервер у меня есть, так или иначе, вы можете. Так что ты как? Слушай, но. Надо это самое. У них вроде есть партнеры, которые их и приглашают. У Bad Boom конкретно партнеры, стримеры Valorant'а. Так, стоп, простите, я сейчас очень ЧСВшно скажу. У Valorant'а, блять, по пальцам рук можно пересчитать русскоязычных стримеров, у которых онлайн переваливает за 100. Объективно. Блять, по пальцам двух рук. И не все эти стримеры партнеры Bad Boom. Ну, короче, поняли, да? Ты единственный стример. Вот единственный. А, просто? Ну, тогда пожалуйста. Вот. Но, короче, слушай, релакс. Ты мне напиши в телеге, пожалуйста, сегодня, ну, какую-то более подробную инфу. Обсудим с тобой, добро? Во, потому что я как бы, мне очень сложно что-то говорить, потому что я, типа, блядь, хер его знает. Егор, ну надо вписаться в такую суету. Слушайте, посмотрим. Стас, здорово. Слушайте, у меня собрание, короче, вот. Я же вам говорю, вот у меня на стримах собираются вот все стримеры Valorant'а, которые вот как раз у которых онлайн за сотню. Поэтому я говорю, а таких всего человек 10. Стинта они позвали, а меня нет. Стинта позвали, а меня нет. Сыка... Гениально, блядь. Не, обожаю. Стинт просто мой любимчик из 89-го сквада. Стинт потрясающий красава. А меня не позвали. По Valorant'у турнир актера дубляжа Valorant'а. Прикиньте, короче, вот на самом деле это максимально показывает, что, короче, актеры дубляжа нахуй не нужны. Отключаю стрим. Все понятно. Вот, чат, и что я тогда для вас стримлю? Скажите мне, пожалуйста. Братишкин где-то тихо плачет. Но в данном случае я Вову не рассматриваю как участника 89-го сквада. Он просто шеф. Поэтому, а я шеф шефа. Я не могу не любить Вову Братишкина. Я его очень уважаю. Это ж сколько контента за Юру можно наклепать. Вот, видите как... Это ж сколько контента в целом можно наклепать. Вот, но так или иначе, чат, если этот турнир будет без меня, я с удовольствием его просто посмотрю. Хотя нет, смотреть я его не буду. Я передумал. Братишкин вроде два раза в жизни в Валик играл. Слушайте, я планирую его как-нибудь заставить поиграть со мной в Valorant. Не знаю, насколько это получится, не знаю, насколько он со мной согласится, но я думаю, поскольку я шеф шефа, я с ним договорюсь. Я через Алину, короче, на него надавлю, и все получится, я уверен. Егор, привет. Если что, привет. Есть еще те, кто ждет стрим с песнями меньше, чем 3. Спасибо огромное за донат. Да, так и стрим с песнями будет. Я говорю, я просто думал, что я сгорю нахуй из-за этой розетки. Поэтому все стримы благополучно сдвинулись.
Вот. Егор, сейчас Йору мета на просцене, так что очень ждем тебя в шоу-матче. Слушайте, я вам всегда говорил, что Йору — это мета. Всегда. Но, как правильно сказал Рекрент, на Йору играет два типа людей. Либо гении, либо долбоебы типа меня. Но я имею право быть долбоебом, потому что я его русский отец. Как бы понимаете, меня сложно засирать, потому что это мой сын. Это мой мальчик, понимаете? Вот. А тем не менее, Йору — это один из самых сильных агентов. Просто на нем нужно уметь играть. А уметь играть на нем нужно как на рояле, сука. Иначе вы чмо. У меня у самого за 1к часов на Йору, и обидно, что сейчас только люди начали понимать, как на нем играть. Слушайте, а мне не обидно. На самом деле, знаете, я даже не рад, что Йору метой становится. Его начнут пикать быстрее меня! Мне что, мне сколько каток доджить надо будет, что его будут постоянно брать теперь? И что делать тогда? Отписал тебе человек, который этим занимается. Спасибо, релакс. Ну, слушай, дружище, я сначала еще посмотрю. Я очень надеюсь, конечно, что я с вами поучаствую, вот. Но надо посмотреть, у меня 9-го, 10-го... А, блядь, стоп, 9-го я уже и не могу. Все, 9-го у меня спектакль, я только 10-го смогу. 10-го смогу, а вот 9-го не смогу. 9-го я только в первой половине дня смогу. Нет, не смогу. Ну, короче, неважно. Ладно, обсудим с тобой. В общем, я обсужу с тобой. Я, может, вас прокомментирую тогда, вот что. Я запущу параллельный стрим и буду комментировать, насколько ты всех ебешь. Самое главное, чтобы после турнира не появилось много подпивасных Йору, которые его пикают ради пика. Таких мы будем сурово наказывать. Блять, вчера, слушайте, вчера, короче, играл в Валик. Пробовал, типа, не сгорит ли у меня компьютер без стрима. Вот. Я просто словил лютый кринж. Короче, только выбираем агентов. Я, значит, свое стандартное, как просто... Просто, не то, что я, знаете, вот такой зашел и голосом Йору такой: «Всем привет!» Я просто говорю: «Всем привет!» Чел на джетке пикает такой, говорит: «Мы доджим, у тебя голос противный!» Я говорю... То есть, я чисто, мне, ну, что-то мне стало интересно, прикольно. Я говорю: то есть, получается, у Йору голос противный. Да, блядь, человек копирует Йору, думает, что он голос Йору, И начинает, короче, вот такое все. В общем, я... Удивлению моему предела не было, но... Вот серьезно говорю, это иногда, вот я иногда задумываюсь, какого хуя вы мне не попадаетесь на стримах по Валоранту? Ну какого хуя? Вот я жду и жду всегда на стриме, что, сука, попадется вот такой персонаж на стриме, чтобы мы просто поржали, я не знаю, переучили его. Так нет же, они попадаются просто в катках. И это для меня максимально странно. Просто максимально. Не знаю почему, но вот так бывает. Егор может из этой истории шорт сделать? Нет, давайте я как-нибудь по-другому лучше эту историю расскажу и потом сделаю отдельно из этого шорт. Йору вроде немного людей берут. Сейчас его будут брать намного больше людей. Смотрите, сейчас очень многие следят за про-сценой. На про-сцене Йору начали очень активно пикать. Поэтому Йору сейчас будет метой. Скажи, приманка, добавьте слово «пожалуйста». И тогда будет вам прекрасное слово «приманка». Вот, но тем не менее, давайте уметь быть вежливыми. Помнишь того школьника Йору, его в итоге заб... Да. Да. Мне... не стыдно. Потому что забанили по делу. А такие люди необучаемы, у них какая-то своя правда, которую они гнут. Почему же? Они очень даже обучаемы, когда им бан прилетает. Потому что, понимаете, когда человек думает, что ну что я могу сделать? Ну репорт ему скинуть.
Нет. Вот это самая главная ошибка человека, который думает, что я просто могу скинуть репорт. И вот когда человек ошибку такую совершает, он потом понимает, что это была большая ошибка. Вот. Так что... Егор убрал малолетнего конкурента. А вдруг, представляете, вырастет, короче, новый голос Йору, пришлет им Riot Games демо-запись своего голоса и скажет, что, блядь, я лучше, и меня уволят. Устраняем конкуренцию в зародыше. Осуждаю. Он же может быть сыном Йору? Нет, сыновья Йору не могут быть такими грубыми. Фу-фу-фу. Одно дело ЧСВшная харизма, другое дело ублюдская грубость. Это разные вещи. Без бана они не поймут вот именно что. Ну вот поэтому иногда могу поспособствовать. Как дела вообще, Егор? Давно к тебе на стримы не заходил, да и в целом давненько не слышал о тебе, около полугода, наверное. Слушайте, дела развиваются, я стараюсь не стоять на месте. Вот, поэтому очень рад, что вы заглянули ко мне, нашли время. Вот, дела... Как сажа бела, но тем не менее качаюсь и все заебись. Родители не воспитали, как в интернет с людьми общаться, значит, мы научим. Да, вот знаете, тут я немножко иногда выступаю неким проводником по ошибкам. В данном случае я помогу человеку вот таким образом осознать, что человек совершил ошибку, что так делать лучше не стоит. И мне кажется, это очень сильно. Вроде Юру самый токсичный, а по итогу повежливее некоторых. Объективно, смотрите, Юру токсичный, да, ЧСВ, да, но при этом у него в этом плане есть своя харизма. То есть это не просто, знаете, такой токсичный ублюдок, а это просто чел, который надевает маску вот такого токсичного, харизматичного чела. На самом деле Юру внутри подобрее, просто... Смотрите, меня когда спрашивали по поводу того, чего мог бы бояться Йору, и вот вы знаете, мне кажется, я нашел идеальное объяснение. Йору боится показаться слабым. Очень боится. Поэтому как раз действует абсолютно единолично. Всегда один. На каком-то ЧСВ, просто чтобы к нему... Никто не приближался, чтобы не было сближения. Потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Короче, вот. Как тебе новая коллекция? Видел? Привет. Приветствую, новая коллекция. Слушайте, когда в игре появится агент по имени Кратос, вот тогда я возьму эту коллекцию и никогда больше не буду онлайн. Вот примерно как мне новая коллекция. Никак они, блядь, не научатся. Это да. Новый герой хороший, актер озвучки топ. Да. Да. А как же, когда в игре... Ну, слушайте, я-то могу не донатить в игру, а у меня оно может просто раз и появиться. Мне-то как раз не холодно и не жарко с того, что из игры ушел донат. Как минимум потому, что я собрал все скины, которые мне нужны. Я за них не платил. Актеры озвучки по Валоранту знают какую-то часть лора больше, чем показывают. Да, конечно. Я знаю определенные нюансы лора, которые просто, ну, не имею права говорить. Егор, ты уже озвучивал новые войслайны для... Так вот, чат. Думаю, может пойти в Валик, что ли, одну каточку сыграть? Или вот думаем. Я даже боюсь считать, сколько я потратил. Ой. Стас, это жесть. Я не представляю, сколько вообще вы тратите. И сколько собираетесь тратить. Это максимально жестко. Я поэтому... Я очень рад, что у меня есть... Ну, слушай, хоть какие-то привилегии в этой игре у меня есть. Поэтому за скины я не платил, вот, которые у меня есть. И тем не менее, все. А мне скины больше и не нужны, потому что я собрал фулл коллекцию. И фулл коллекция для меня синенькая и максимально охуенная.
Как ты развиваешь словарный запас? Слушайте, я, поскольку все-таки играю в театре, я артист, которому нужно постоянно читать. А когда ты постоянно читаешь, волей-неволей, ну вот так. Разрешить, я разрешу. Я разрешу. Ему клинки, да, нравятся. Так, чё? Смотрите, сейчас два топовых стримера по Валоранту и, на секундочку, два Радиантыча сейчас будут смотреть, как я унижаюсь в Валоранте. Именно в такой последовательности. Не я унижаю, а я унижаюсь. Так, давайте я сделаю, чтобы вы все видели. Так, сейчас давайте себя поменьше, наконец-то. Ну, вот так вот оставлю, во. Мне кажется, во, гениально, невероятно. Ну что, чат, погнали. Моя разминка — это рейтинг, поэтому погнали. Что такое? Релакс, что? А как ты со мной пойдешь, если ты иммортал? Егор, скажите, а в будущем Риоты выпустит новые ролики с участием Йору? А то его все нет и нет, а хочется увидеть и услышать агента и ваш голос. Ждем, спасибо огромное за донат, спасибо. Аккаунт есть, ну давай, релакс, что? Давай мне эту самую свою... Ну что ты там, вот куда тебя добавлять и погнали. Слушайте, ну вообще это будет сейчас нечестная игра, потому что я буду играть как лох, а DS... Слушай, DS это жестко. DS у меня телепорт настроен на Discord, поэтому я в Discord пока не захожу. Вот, так что тут у меня только внутренняя связь, сори. Скажите, приманка. Так я же сказал приманка. Причем я сначала вам сказал, добавляйте слово «пожалуйста», а потом я вам сразу сказал «приманка». То есть, ну как бы... Слушайте. Ой, а чё это? Блядь, чё происходит? Оно всё закрылось. Ну чё, релакс, заходишь, нет? Будем играть, или я один иду? Или что? Или кто? Ну так давай, ник, и погнали. Так, давайте я только посветлее сделаю. Во, чтобы вы меня все видели. Сейчас ник узнаю. Нормально, у него есть второй аккаунт, чат, да? Согласны? Ник он узнает какой-то. Называется... А чё там по аккаунтам есть, чё? Так, сейчас, погодите секундочку, я... Ой-ой-ой, ща. Минуточку. Ща вернусь. Ну, в смысле, я не ухожу, просто мне нужно тут кое-что достать. И это не как... Во, по-моему, все прекрасно получается у меня, да? Ну чё? Где там? Релакс. А где ты? Давай, я тебя добавляю, потому что надо добавлять. А, вот он уже заходит. Как подняться с голды на платину? Помогите, пожалуйста. Слушайте, я на самом деле не знаю, как подняться, но подписывайтесь на телегу, и вы узнаете, как подняться в жизни. Помочь тебе настроить сцены в ОБС? Чат, кто-то умеет настраивать сцены в ОБС? Корч 5479, ага. Ну-ка. Блять, слушайте, чат, как это работает? Короче, смотрите, я каждый день фактически чищу заявки в друзья, и каждый день их снова 50. Блять, что за магия вне Хогвартса? Ой, блять. Чё там с Корч? А, 5479. Вот как это работает, я не знаю. Ну что? Где мой скорч?
Скорч, ты где? Ну и что ты там? Релакс. Я тебе скинул. Вот, вот это другое дело. А, видимо, про... Понятно, гениально. Ну, здорово, Радиант. Он решил помолчать. Ну и пожалуйста, не больно-то и хотелось. Я настраиваю здесь. Что там настраиваешь вообще? Я снимаю. Да. Ты можешь сделать, чтобы автоматически удалялось друзей? А, во, кстати, на самом деле нормальная тема, я тоже думаю. Пошел контент. А, это не переживайте, сейчас я вам такого контента навалю. Сейчас у нас, короче, матч во. Матч найден, отлично. Поехали, чат. Бинт. То, что надо. Берем Йору и идем нагибать. Я сражусь с кем угодно. Я сражусь. Хай. Оу. И тебе добрый вечер. Здорово! Чуть какие-то они, с одной стороны, вежливые, с другой стороны, чуть какие-то неинтересные. Осуждаю максимально. Нач Майден, да, вы что думали? Это именно Нач Майден. Было по голосу немножко Илья Лагутенко. Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас. А вот у меня вопрос. Почему сделали мой агент вместо я? Хороший вопрос. Я вот послезавтра, пожалуй, задам его Райтом. Серьезно? Да. Просто никому не нравится. Может, это, я не знаю, связано с какой-то мнительностью, типа, ну, как бы... Не ты, а твой агент. Может, все начали ассоциировать себя с агентами, понимаешь? Я хожу, как долбоеб по Москве, режу измерение. А оно что-то не работает нихера. Поэтому не я Йору, а мой агент. Хотя я Юру. Сука. А, то есть я еще... А, прикиньте, а у меня еще и не... Ну, как будто я просто лаконично как-то выглядит. На фоне мой агент. Ну, мой агент, и ладно. И нормально. Так. Метро Люблино, работаем. Так, слушайте, а знаете, что как сделаем, короче? Я, кстати, бущенный, так что я буду дропать 1-2 фрага максимум. Ну, конечно. Я тогда... Радиант просто, я... У меня... Лустрик. Лустрик. Ходит по Москве, режет измерения. Да, знаете? А я иду, шагаю по Москве, и я режу измерения. Видимо, я... Блядь, я не знаю еще, как это описать. Вот, но примерно так я это вижу. Егор, будут ли новые войслайны от Йору? Да, будут. Но таблетки тоже нужно не забывать пить. Да, на самом деле, мне, как истинному деду, мне нужно пить таблетки. Но ничего, нормально. Привет, Егор, можешь поздравить меня с прошедшим днем рождения голосом Ви, пожалуйста, заранее спасибо. С прошедшим днем рождения, Чумба. Пусть у тебя все будет заебись, и в Найт-Сити ты никогда не попадешь по-настоящему. Потому что нахрен попадать в Найт-Сити по-настоящему, правильно, чат? А с днем рождения! Вот! Поздравляю! А я не понял. А, не, все, наконец-то. Я думал, ты с калькулятора играешь. Да, да, это я. Это он, дайте я его немножко погромче сделаю, а то что-то он... Тихий какой-то у нас релакс получился. Тихий... Блядь! Тихий релакс. Максимальное просто совпадение. А ссылки на клип в чат отправлять можно или куда... Да, слушайте, куда угодно.
А вот вопрос появился. В основном, за сколько времени до выхода акта? Слушайте, всегда по-разному. Нас всегда очень по-разному вызывают для записи новых реплик или каких-то нового контента. Все зависит от того, как решает Riot Games. То есть, как бы, тут они цари и боги. Вот. Так, знаете, что сделаем? А я знаю, что я сделаю. Гениально, правда? Это было задумано. Мидмо? Шорт. Сейчас, ну и слушайте, я на самом деле я на полном расслабленном, потому что я верю, что релакс затащит. А чей это релакс стрим не подрубает? Спрятался за Йору. Спрятался за Йору, да. Релакс, ты слышал? Мне кажется... Да, я слышал. Вот, вот. Нихуя ты, я громкий у тебя, блядь. Да, стой, подожди, дай-ка я тебя чуть потише сделаю. Чё-то ты действительно громкий стал. Остался один враг. Да, блядь! Спайк на А. Понятно, а где он? Враг на базе нападает. На нож! Ладно, неважно. Найс. Ребят, вы красавчики, вы лучшие, ребят, парни! Как настроение? Бодрячком? Тут не формал спался у нас. Не, слушайте, я с ним абсолютно согласен. Мы просто два брата неформала. Я вообще фимбойчик, мне похуй. А я Pocket Sage. Режу измерение. Ну и как-то так. Как тебе аутло? Охренительно. Мне очень нравится аутло. Вот прям реально. Смотрите, я Pocket Sage. Гениально будет сейчас. Примарка. Ага. И, блядь, я не попал! Сука! Ладно. А как я не попал? Неважно. У них аутло, да? Ну и что, ты снимаешь? Да. Актер озвучки нового агента уже есть, конечно. Он уже записан. Не регает? Да не. Я просто верю в релакса. Смотрите, вот сейчас релакс соло. Смотрите. Я же говорю, релакс соло. О, а у нас с ним ножи одинаковые. Просто у меня синенький. Я же говорил. Йоу, мяу. Когда мы побеждаем, вы мне больше нравитесь. Так. Клопанда, слушай, а поменяй, пожалуйста, это самое. Ты же редактор, ты же можешь название стрима менять? Клопанда. Алло. На связи? Понятно, модер у меня ушел. А, значит, название стрима не меняю. Хотел... А, не, о, слушай. Колопанда, поменяй, пожалуйста, типа... голос... не. Отметь канал Релакс. Релакса. Бустит голос Йору. Вот так. Релакс бустит голос Йору. И мне кажется, неплохо. Категорию можно на Valorant сменить. А категорию я давно сменил. Это у вас, значит, не обновилось. Спайк установлен. Ну и вот так. О, а прикиньте. Блять, не получилось, ладно. Остался один игрок. Я пытался. Ограничу обзор. Первая разминочная. Да, какая разминочная. У меня разминка это всегда рейтинг. Это сразу. Но это победа, я верю. Я верю и чувствую, что это победа. Просто... Поймите правильно. Остался один враг. Ультимейт готов. НТ, бро. Ты все равно был лучший. Куда отправишься? Спасибо. Они не смогут успеть. Да не за что. Я вообще-то это релаксу сказал. Но это не важно. Релакс будет непобедим на таком ранге? Ну, слушайте, ну, релакс вообще на полном чиле расслабоне играет. Понятное дело, что
А вы с Денисом до этого играли? Какие ранги? Ранги, платина, с Денисом мы играем впервые. Так что вот поэтому. Смотрите, сейчас будет мега-кибер-тупой мув. Погнали. Раз релакс играет, имею право. Нет заряда. Нет! Никого не попал. Нет, ну и пожалуйста. А ведь мог? Так. А релакс просто идет. Ланга 2. Какая джет меткая, вообще отличная. Прыгнули в портал. Портал. Давай на нож или натурал. Спайк установлен. Похоже, релакс-то наш натурал. Да. И я мама. Остался один игрок. Ты натурал, смирись. Но это мы им просто фору даем, чат. На самом деле вы не шарите. Ставлю преграду. Остался один враг. Сестры. Ну что же, по-моему, все равно очень даже удачно. Не сдавайтесь. Даже одинокий воин. А, не, зачем? Я вот так сделаю. А окей, можете до косаря закупиться, и на next раунд у вас будет хватать. Эко для слабаков. Не за что, ребят. Слушай, такая классная и полезная информация. Режу измерение. Это не информация, такого называется. Давайте им покажем. Что называется? Я извиняюсь. Что называется? Я что-то не понял. Это кол. А, это кол? Кол, кола. Это кол, guys. Просто Лондон is the capital of Great Britain. Вы не понимаете. Ну и вот куда мне, блядь, смотреть тут? Чё, наобум стрелять предлагаете? Ну вот да. Нет, нет заряда. Портал закрыт. Остался один враг. Мне кажется... Хорош. О, нормально. Не, ребят, я благодарен вам за теплые слова, спасибо. Я ясно вижу свою цель. Ну ты почаще нам такой же call говори. Не, я стесняюсь. Не надо стесняться, здесь все свои. А тут, да, тут все свои, да. Бэби, водка, Сия, Оман. Да-да. Я у него эйс отжал. Ну и неважно, ничего. Все с ним будет нормально, согласны, чат? Вот и мне так кажется, что нормально. Так, погнали дальше. Ща будет мега-ультра-мега-тупой мув. Ладно, не будет. Отстань! Ишь, что захотела? Привет, Егор, как здоровье? Слушайте, качаюсь как не в себя. Остался один враг. Идеально. Нормально. Слушайте, да мне делать ничего не надо. Просто ходить. Какую классную катку мы выбрали. Мне нужны только их же. Вот так вот и происходят бусты. И ведь отстало? Да. Осуждаю буст, не поддерживаю. Смотри, не подавись. У меня мокрота. Я из-за того, что я когда мокрота, болел, мокрота, перейди на Федота. Все верно, все всегда верно. Так работало. Все верно. Так, ну что же вот это ты когда будет? Болел гриппом, ты курил одноразки? А я их только недавно начал курить. А, ну понял. Я курил кубинские сигары. Ну и чё? Ты, короче, смотри, в бане чел 100% есть. Спасибо за инфу, просто вот прям... Своевременно, главное. Смоки. Остался один игрок. А ты знаешь, как я понял, что в бане чип есть? Ты Ванга? Или мне тебя забанить? Скорость получения пакета 128 была, когда я посмотрел на баню. Это что был сейчас за мега мозг? Короче, смотри. Что?
Валоранте есть такая тема, то что если ты включишь статистику скорости получения пакетов, то ты можешь понимать, где люди, смотря в стену. С чатиком девушек из 9-го класса с предстоящим праздником. Если ты смотришь в стену и там 128 там показывают тебе получение пакетов, значит там тип заранее на твоем прицеле. Спасибо огромное за донат. Девочки, любимые мои, учитесь хорошо. Самые красивые вы, самые лучшие. Все у вас будет отлично, все экзамены вы сдадите. Поздравляю вас с наступающим праздником. Все будет заебись. Вот это не добавляйте. С союзниками это не работает. Союзник. Скорость получения пакетов, чат. О боже мой. Ну и пожалуйста. Пора прыгать. Слушайте, я просто хожу, короче. Я... Моя задача в этой катке — это просто делать вид, что я полезный. Егор, вот. Готов? Я ультую шорт. Я готов всегда. Покажи! Но я здесь. Станем убивать нам. Остался один враг. Спайк на А. А прикиньте, если бы до сих пор бежал с ножом. Гуляешь по бинду и режешь измерения? Да, на самом деле это мой, это мое кредо. Вот сейчас зацените, короче, будет мега-ультра-гипермув. То пакеты не будут 128? Честно говоря, лучше спросите у релакса, потому что он в этом шарит, он умный, а я тупой, я не шарю. Поэтому я хз, что вам сказать. Пацаны, вы что, стримеры, что ли? Кто, я? Нет. Я нет, ты чё? Куда мне? Я справлюсь. Вот какой стрим? Блять! Да чтоб вас всех! Ну и пожалуйста. Привет от Ролоди. Привет, привет. О, привет, спасибо за рейд. Спасибо за рейд. Привет рейдерам. Мы тут, короче, релакс меня бустит, потому что он может, а потому что я могу с ним связаться и сказать, забусти меня. Осуждаю максимально буст, но так выходит. То есть на самом-то деле, вот я говорю, преимущество того, что я озвучивал Valorant, со мной играют крутые киберспортивные челики, которые меня бустят. Привет. Расскажи, как ты попал в дубляж. С юношества у тебя такой голос, или пришлось много работать над ним? И реально ли поставить такой же голос? Привет, спасибо, спасибо огромное за ваш вопрос, спасибо огромное за донат. Смотрите, вот такой момент, что голос ставится. Голос, я не родился и не сказал первое слово «приманка». То есть, как бы, голос все-таки мне ставили в театральном институте. Голос можно поставить так или иначе, просто нужно долго, многие годы упорно трудиться. Вот. Поэтому, как говорится, пробуйте, и у вас все получится. А, ну понятно, ну и пожалуйста. Меня пока ебут. Вот. Да, первое слово — приманка. Прикиньте, я такой родился, и вместо того, что... Мама, папа. Приманка. Наверное, поэтому я такой долбоёб. Я не знаю, как это еще объяснить. А, не, кстати, на самом деле, да, Йору тэпнулся. Йору просто такой, типа, пора прыгать. И все. Уф, уф. Ослеплю их. Ограничу обзор. Хорош. Для Рейна, а ты не стример? Нет. А очень похож, вот, есть такой стример один, его Релакс зовут. Клатч. Вот прям, ну, вот, один из самых известных СНГ стримеров по Валоранту именно. Очень похож, это не ты? Нет. Это меня называют монстром. Блин. У меня просто бизнес свой. А Валорант так, для души, да? Ну да, чисто для души. Не, пацаны, если вам нужны татарские тюбетейки, прям самые качественные, охуенные, обращайтесь. Блять, я же такая татарские тюбетейки. Татарстан, алга? О, я же сейчас мог сдохнуть. Кусь за кусь там. Вы совсем меня не... Да похуй! Я так это было неважно. Вижу,
Релакс затащит. Снимаешь? Реклама на 200 плюс человек. Кстати, да, между прочим, это только что была очень скрытая реклама. На самом деле, татарские тюбетейки. Обращайтесь к челу с ником Бабка Водка. Вот. Реклама, да, прошла успешно максимально. Так а где купить? А хрен его знает. Видимо, в Татарстане. Почему в Киберпанке нет тюбетейки? Ну, не знаю. Задайте этот вопрос CD Projekt Red. Какого хуя? Где тюбетейки? Как тебе новая адская коллекция? Слушайте, ну она на любителя, вот что я могу сказать. Она однозначно на любителя. Где моя тюбетейка? У меня была тюбетейка. Вот, но она куда-то делась. До смены сторон один раунд. Потом будет поздно. Сейчас, короче, опять тэпнусь на лонг. Я знаю, что они пойдут на А, но мне не важно. Я пойду тэпаться на лонг. И никто меня не остановит. Мне вот эта новая адская коллекция, она прям... Дай своего клона в тэпэшку. Да, дашь своего клона в тэпэшку? Окей, окей, окей. Окей, окей, бро. Я заколю. Сейчас я посмотрю, если... Ну-ка, он сейчас заколет. Да, давай. А, то есть можно... Не это самое? Да, блять, я только открыл! Остался один враг. Ну ладно, нормально, релакс затащи. Какая твоя любимая фраза, можно помимо приманки? Ну, я бы сказал, есть фраза у Йору... им, наверное, нравится умирать. Вот мне кажется, она идеально отображает характер Йору, и она получилась лучше всего, я считаю. Она прям такая, на тоненького получилась. У меня есть свинг, но... Кстати, так как ты озвучиваешь Йору, что-нибудь о новом агенте или тебе... Я не могу ничего рассказывать, но если вы хотите, чтобы меня уволили, я, конечно, могу. Но я вот не хочу, чтобы меня увольняли. Название стрима должно быть «Релакс затащит». Релакс затащит. Ну не, нормально. Релакс бустит голос Йору. Что может быть лучше? В доту играешь? Нет. В доту я не играл никогда. И не хочу. Я не из натуралов. Рио, ты прям супер жесткий в этом плане. Ну, слушайте, конечно. Если я расскажу вам, какой агент, какой у него голос, какие у него обилки... Ну, я в данном случае раскрою информацию, которая находится под индеей. Я, кстати, могу сказать, какие у него обилки. Правильно? Я Риот-партнер, кстати. Да, ну... Чтобы нас вместе, короче, уволили. Тебя с партнерства, а меня и с партнерства, и с озвучки, и отовсюду. При минус 5, пожалуйста. Ну, как я сделаю минус 5, тогда и скажу, типа там... Присылайте еще пятерых на смерть. Он еще и подслушивает. Стрим-снайпер, да, однозначно. Ща все будет. Нихуя не будет, но... Гениально будет. Флешка. Ах ты! Я думал, он всегда за углом стоит. А не получилось. Ну и пожалуйста. Релакс затащит. Смотрим. Остался один враг. Хотелось быть героем. Как успехи. Слушайте, я, поскольку ко мне уже столько народу заходит, чтобы просто попросить какую-то фразу и выйти. Вот я сейчас заметил тенденцию. Очень много людей заходит, даже не подписываются на мой канал. Я могу озвучить это. Просто, ну-ка давай-ка. Идите нахуй. Неплохо. В целом да. Идите нахуй. А можно еще? Идите нахуй. Идите нахуй. Ну почти. Лайк. Лайк за старание однозначно. Нет, не трогай меня. Я иду тебя убивать, и ничто меня не остановит. Правильно. Картошечка.
Сейчас будет еще мега тупой мув. Погнали. В спине. Я знаю, что в спине. Но меня-то нет в спине. И, короче, ребят, здесь остановлюсь. Чист... Понятно, с нулевой. Если бы позвали озвучить персонажа в Доте, ты бы озвучил? Конечно. А, пошел ты. Релакс затащит. Остался один враг. Я же говорю. Спасибо, спасибо. Не, на самом деле, слушайте, я вот, смотрите, я озвучиваю аниме. Очень много я озвучил аниме. Но я его не смотрю. Но тем не менее озвучиваю. То есть в данном случае, если бы... Я не играю в Доту, но если бы позвали озвучить персонажа Доты, с удовольствием бы озвучил. С удовольствием бы. Как бы тут момент того, что... Просто надо для себя собраться. Вспомнил одно видео, где ты сказал... А на Спайк всем похер, да? Можешь повторить в стиле Юра, пожалуйста. Не, вот такие плохие фразы, которые содержат в себе плохие слова, если вы хотите, чтобы я их сказал, я озвучиваю за донаты, и то выборочно. Я меркантильный говноед, поэтому... Только не дохнуть. На моем... На какие аниме? Да все, блядь. Клинок, рассекающий демонов, магическая битва, атака титанов, реинкарнация безработного, я устану перечислять, их очень много. Так что я озвучивал все ваши любимые аниме. Все, блядь. За некоторым исключением. Ну и где? Ну и кто? Ну и что? А я пойду вот сюда. Остался один враг. Идеально. Ну, вот так как-то. 20 минут. Кого озвучил в Атаке Титанов? Порко Галиард и Гриша Егер. Вот кого я озвучил в Атаке Титанов. Вот. Тебе надо, когда тебя спрашивают по поводу озвучки, просто фейковые какие-то имена давать. Слушай, нормальная тема, кстати. Как называется твоя озвучка? Я в студии... Вот смотрите, вот еще раз одно доказательство того, что в студийной банде я 4 года озвучивал... Блять, одни из самых основных ролей, но при этом никто не знает, что я был в студийной банде. Гениально, правда? И мне это нравится на самом деле. Но, правда, я устаю всем объяснять. Я устаю всем объяснять, где я озвучивал аниме, когда, блять, что. Ага, ага, ага. Да отстань от меня, ну почему, Вайперлоу? Вот, то есть, вы можете ознакомиться с теми аниме, которые я озвучивал на моей странице на Кинопоиске, вот. Егор, а у тебя сохраняются записи? Да, сохраняются, конечно. А разве на Ютубе студийной банды в выпусках тебя не упоминали? Вроде почти все в курсе, что ты с ними озвучивал. Слушайте, никто не знает. Вот вроде очень многие смотрят, где релакс? Релакс, ты где? Я здесь, релакс. Релакс здесь. Всем релакс на два пальца. Типа аниме и появляется список. Ну, кстати, да, вот. Слушайте, в натуре надо сделать... А нет, команда Кинопоиск есть, кстати. Слушайте, вот смотрите, вы можете... Я, да хрен с ним, релакс затащит. Смотрите. Вот, пожалуйста. А где? А раньше было. А раньше было. Короче, откройте описание моего канала, и там есть кнопка, которая ведет на Кинопоиск. На мою страницу на Кинопоиске. Вот. Заходите, смотрите, довольствуйтесь или не довольствуйтесь. Сюрприз. Кто бы знал? Ага, понятно. Вон. Остался один враг. А это уже победа, что? Релакс затащит. Спасибо за игру. Следующего апокалипсиса. Ну что, тогда можно еще каточку? Можно еще одну сказать. Даже можно, да. Релакс затащил, это как и всегда, да. Собственно, даже и делать ничего не надо было. Так,
Во, чат, зацените. Ну, ну вот куда мне еще какие-то скины? Боже мой, посмотрите на эту красоту. На эту эстетику. Эстетичную, сука, эстетику. Вот это называется... Мне не нужны скины. Мне их не надо. Найден. Как ты озвучил с братишкиным киберпанк аниме? А, ну вот, видите, как интересно. Ненавижу Лотус. Мастурбек здесь? Все здесь? Алло. Здорово. 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 Только не смотри, смотри на его хэштег по-братски. Я теперь не буду смотреть. Максимально не буду. Ну, слушай, не прям после потока. Если где-то минут через 20-30 после потока устроит, если не будешь спать, давай обсудим, конечно. Ой-ой-ой, куда это я пожаловал? Хейлрайт, привет, привет, привет. Старые все лица. Привет, еще помню, приходил к вам на сходку в МСК по озвучке, было мега круто. Ой, огромное спасибо. Между прочим, кстати, чат, держу в курсе. Мы с Исламом Ганджаевым скоро разрабатываем и скоро вернемся то, чтобы проводить творческие встречи. Первое, у нас творческая встреча запланирована на Нижний Новгород. Потом, скорее всего, это будет Казань. Потом Питер. И потом Москва. Вот примерно таким образом сделаем. Нижний Новгород, брат учится. Казань, час езды. Ну все, ждем обязательно. А что я там буду делать, блядь? Заплатишь за билет. Как минимум. А проходка будет? Ну, обсудим. Так, нормально, нормально. Жду в Новгороде. Слушайте, как я-то жду, как я жду, чтобы с вами встретиться со всеми, сфотографироваться. Мне кажется, тебе надо начать, знаешь, что озвучивать? Ну-ка. Honkai Star Rail. Что это? Ну как же так, Егор? Что, я аниме для сам знаешь кого? Это не аниме. А что это? Это игра. Понял. Туда ее. Туда ее. Бывает. Hi guys, can you feel Fox, please? Какая она тихая, что? Что она сказала? Режу измерение. Так, все, давайте затащим. Killjoy. Как дела, Killjoy? Нормально, Егор. Нихуя я себе, блядь. Но очень нравится деятельность, связанная с кинематографом. Поэтому смотрю с удовольствием видосы банды и твои творения, и остальных актеров. Егорчик, подсекай. Спайк установлен. Блять, ну кто бы знал. А если ей 16, вот, кого с магической битвы озвучивал? Нанами. Я в магической битве озвучивал Нанами. Блять, ну вот то, что она меня узнала, это в мои планы не входило, кстати. Ну, меня сейчас очень часто узнают в катках, конечно, но при этом... Ай-яй-яй. Йору Мейнер на КЖ, видимо. Слушайте, скорее всего, может, она просто мои стримы смотрит. А может, она счастлива. А у тебя какой знак зодиака? Лев? Подсекай. Не, ты чё, близнецы со львами не сочетаются? Наверное. Я не знаю, я не астролог. Сука. Ну, наверное, не сочетаются. Чат. А как тебе близнецы, как знак зодиака? Да мне как-то вообще все равно. Ну и правильно. Отправим старика в могилу. Чат. Скорпион, все хорошо. Чат, скажите мне, пожалуйста, какая совместимость у льва девушки и у близнецов? Ой, здрасте. Найдите, пожалуйста, совместимость девушки льва и близнецов мужика.
Просто в процентах хотя бы, чтобы было, чтобы я сказал. За Скорпиона ответит. Стас, вызывай полицию. Или хочешь, я ее забаню? Стас, ты скажи, я ее забаню. Остался один игрок. Не, нормально, это нормально. Стащили, что ли? Там мы выиграем. Эти паразиты уже никуда не денутся. Вот есть фраза, у нас есть Халк, теперь у нас есть релакс. У меня не рега, это я в тильте, все. Как это? За мной армия? А у нас есть релакс. И все. И все. Надо, чтобы Валоран смотрел, ну, минимум миллион. И что? Чтобы нас смотрело минимум миллион. Давай вот так вот лучше говорить. Потому что вот это важнее. Ай-яй-яй, ну и пожалуйста, ну и не больно-то и хотелось. И ничего, и не вантап. Меня ник. Это как это, помните, я вам рассказывал, девчонка, значит, мне попалась в команде и говорит такая: у тебя голос на Йору не похож, ник меняй. Я говорю, ну я же озвучивал русскую версию Йору. У тебя голос не похож на английского Йору, ник меняй. Я говорю, ну я же русского озвучивал. Не похоже. Ну ладно. Вот. Один враг. А, и вот тут то же самое. Новая инфа. Не, он здесь. Окей. Ух. Это последний. Ух. Задизморалило не то слово. Так, этого не надо. Это наш шанс. Почему? Давайте не упустим. Мне просто нравится, его. Когда я это делаю. Оу май. Guys, do you understand English? Yeah, yeah, bro. Chill. Nice. Meow. Мяу. Woman moments. Мяу. Мяу. Вы когда с вахами заделались? Чат, слушайте. А, прикиньте, да, казахский Йору. Такой немножко. Ой, бой. Примак. Ой, бой. Здорово, заебал. Такой вот Йору. Да ладно! Ну и пожалуйста. Такой немножко... Сейчас даже... Ой, бой, режу измерение. Я казах осуждаю? Со всем уважением к казахскому народу. Максимально уважаю, у меня очень много друзей казахов, так что не подумайте, что я с предрассудками. Это скорее стереотипные шутки, не более того. Егор Гоу, там, короче, почти как Sims, там свою кинокомпанию создаешь и фильмы делаешь. О, слушайте, надо будет подумать об этом. А когда сходка в Новгороде будет и сколько... И со скольки лет можно на них приходить? Со скольки лет, я думаю, лет с 13 можно приходить. Жестко, ребят. В таком же темпе и мы выиграем. Sorry, bro, don't understand it. Just play, bro. Keep doing the same в таком же темпе, а we win, bro. He's calling me ugly, is it? Кстати, ты получал Phantom Liberty концовку? If we're going to play like this, it's going to be easy win. Легендарный стрим однозначно, просто легендарный. No, 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 you're beautiful. Где даты можно будет увидеть? Увидеть даты можно будет в наших телеграм-каналах. Давай, иди сюда. Да, блядь, почему, сука, это... Ладно, неважно. Вот. Короче... Снимаешь? Я сейчас тебе покажу, как надо, не надо играть в Valorant. А ну-ка, давай-ка. Обычно это я показываю, ты у меня контент-то не отбирай, блядь. Эйти, Джет. Релакс затащит. Не затащит. Ну, завтра затащит. Вот, но чтобы не пропустить в данном случае творческие встречи, не забывайте подписываться на телегушку. Это важно просто для того, чтобы вы, ну, как бы имели представление, когда и какой контент предстоит. Вот, ну и просто, чтобы мне было приятно. Ты в пати с кем-то сейчас играешь? Да, я играю с релаксом.
Вот видите, у меня в названии стрима название канала данного человека. Вау, 11 kills. Следуйте за моей стаей. Она покажет, где враг. How you have 11 kills? Сэкономлю. Радиант. О, Радиант. Стрелы еще. Вот и все. А приблизительно, когда будет неизвестно, но там через месяц или два, примерно ближе к маю это будет. Вот. I'm echoing, by the way. Как говорится, мы вас будем все ждать. Елизавета. Ставлю сигналку. We're going to find you. Даже без одежды. It's a, guys. It's a... Даже без одежды. Yeah, но для этого надо быть подписанным на телегушку. Не забывайте. Ага, допустим. Сюда. А вы, кстати, знали, что в моей телегушке есть и нюцы, между прочим? Это не то, чтобы я вас байчу, просто я вас байчу. Да, блядь, ну чё они такие бяки? Чё они все так... Ну и ладно, ну и не больно-то и хотелось. Там есть на что посмотреть, однозначно. Сходка чисто от души или будет связана с каким-то мероприятием? Слушайте, это не про... Это не... Давайте не называть это сходкой. Кто был на этом мероприятии в Москве или в Питере, тот знает. Это творческая встреча. Там мы не будем просто с вами фотографироваться и давать автографы. Мы с Исламом будем рассказывать про вообще индустрию озвучки. Будет мастер-класс по озвучке. И, ну... Мы просто поговорим о профессии. Так что сходкой... Бля, Рено, типа, это голос. Без разницы, пятеро их или 50. Я не могу это назвать. Он озвучивал Рейну. Так я и думал. Я озвучивал Рейну, бля. Ну, голос же знакомый. Конечно. Ну вот. Я его знакомый. Вообще бык. Что она сказала, я не понял. Как раз прохожу КП, мне понравилась проделанная работа в DLC Регина. Огромное спасибо. Мы старались и стараемся для вас. Блять, дайте мне хоть... Ну почему? Что за смог, тупой? Сука, Омен. Он мне всю малину сломал. Он поставил этот смог, а я туда за уголочек спрятаться хотел. Билеты сколько стоить? Ну, слушайте, я вот сейчас примерно назову, скорее всего, билеты на творческую встречу в других городах будут примерно в цену творческой встречи, как в Питере. То есть 1000 рублей это просто. Вы купили билет, пришли, послушали, пофоткались, взяли автограф. 2000 рублей это уже будет билет, связанный с мастер-классом, то есть там конкретно мы будем вас пробовать, что-то давать, какие-то советы и показывать на примерах. Вот. А разве вы не хотели делать литературную встречу? Это в планах, но... Я мастер-класс, я ходячий мастер-класс. Да я вот поэтому смотрю и даже не играю. Я справлюсь. Вот, так что, как говорится, чат. В общем, жду вас всех и жду вас всех. Да ладно, ну чё они, блядь, там вдвоем встали и все, и стоят. А, мы тоже тебя ждем? Да это я вас жду. Вы же мои любимые. Куда я без вас, скажите мне? Режу. О, я знаю, я вот так сделаю. Блять, ну и ладно, я думал, в проем залетит ТПшка. Бывает. А есть желание вообще делать именно сходку с подписчиками? Пока, слушайте, как, ну смотрите, дело в том, что вряд ли такой уж распиаренный актер, чтобы проводить там какую-то сходку с подписчиками. То есть в данном случае я говорю про творческую встречу, потому что мне есть что вам рассказать, есть что вам показать. Например, как. Your Vandal is ugly. That's why I didn't kill. Воронеж, будем думать насчет этого. А в Питере, скорее всего, в другом месте. Хотя, возможно, и в том же. Этажи, ну, вроде было неплохо. Вроде было неплохо. Не знаю, насколько всем понравилось, но все писали очень хорошие отзывы об этом. А я не пойду, мне страшно.
Да блять, ну как они меня, сука, палят? Жетлоу, максимально. Жаль, что ты живешь в других городах и не способен прийти на данную встречу. Ну, слушайте, мы будем стараться приехать чуть ли не в каждый город, где есть наши фанаты. Просто... тут даже дело, поймите, тут дело не в деньгах, а дело хотя бы просто, знаете, там какие-то затраты на дорогу отбить, то есть вот такие вещи. Вот. А в Новгороде где будет? В Нижнем. Мы нашли одно место в центре, один концертный зал, не буду говорить какой, вот, чтобы, так сказать, все сложилось. Вот. Но, тем не менее, место очень, очень клевое. Егор, какое звание сейчас? Как и всегда, чмо минус 2, а на самом деле платина первая. Дело в количестве, это понятно? Вот да, тут видите, дело в количестве того, что... Ну, как бы в количестве желающих прийти на эту творческую встречу в каком бы то ни было городе. Вот. Шо? Let me play. Не знаю, ну ладно. Так, я уже могу догадаться, но, слушайте, я хочу, чтобы срослось, поэтому пока говорить не буду. Нахрен. Клатч или натурал? Натурал, сука. Бывает. Я так старалась! А ты в Новгороде будешь? Вы имеете в виду в Великом Новгороде? Если в Великом Новгороде, то я там очень часто бываю, потому что моя родная любимая деревня находится в Новгородской области. Вот. А я свою деревню люблю, и каждое лето я туда приезжаю, поэтому, как говорится, и в Новгороде бываю. Каждое лето фактически. Ты не засмог? Умницы. Nice blind, Omen. Их спайк обезврежен. Слушайте, ну релакс тащит, получается, да? У меня целых 0 киллов. И я этим очень горжусь. Они будут уязвимы. А я знаете, как сделаю? А я никак не сделаю, я никуда не пойду. Я просто... лучше вас. Вот. Но, тем не менее... Да, хэштег релакс тащит. А, тем не менее, в деревню я свою всегда возвращаюсь. Это мое место силы. Вот я бы так это назвал. Деревня это прям это... Это молитва. На це есть. Геркуси. Маниси. Ну и что, у меня ТП-шка заканчивается, блин. Они уходят, интересно. Как деревня называется? Шегрино. Деревня называется. Моя родная и любимая деревня. Неповторимая деревня. Шегрино. А я спрячусь. Они опять на С уходят? Гениально. Егор, я тебе в машине говорил о дырке в центре. Backside. Вижу врага на цели. Остался один игрок. Понятно. Я так, смотрите. Ебаный бот! Спайк установлен. Делаю, если делаю клатч, скидываю нюцы в телегу. Идеально. Не заметил, да? Я и не смотрел. Последний раунд перед сменой сторон. Еще раунд взять, последний раунд для покупки оружия и умений. Зачем обязательно? Мне и так нормально. Вот это уже разговор? Да ты поддался? Нет, я никогда не поддаюсь. Я... Если бы я сделал клатч, я бы скинул нюцы в телегу. Но слава богу, я его не сделал. Пора прыгать. Егор чат читал. Кстати, на самом деле, да, я в основном всегда отвлекаюсь, потому что я чат читаю. Потому что для меня важнее всего это вы, а не какие-то там победы. Но при этом... А не, я не пойду туда. Там страшно.
прочь с дороги! Ага. Да ну, ну почему меня именно надо? А, ну и отлично, я еще и в голову не попал. Нет. Релакс затащит. Я ж говорил. Релакс затащит. Паял заультует вас. Перезаряжаю. Смена сторон. Пойдем на С. Гуси. Гуси, boys. And girls. Yep. Hello. Умница. Слушайте, а мне Killjoy нравится. Молодец. Она в наш вайб попадает. Вот это очень важно. Так. Втянулась, мадам. Во-во-во. Я бы попал бы. Подсекать, думаете? Да вы что? У меня в чате, знаете, какие прекрасные девушки сидят? Вы просто себе не представляете. Так что... Я самая лучшая девочка. Подарите мне на 8 марта машину. Выезжаю. Режу измерение. О, да ладно, я его зафлешил, кста. Да как? Спайк на С. Здесь. Спайк у меня. Ватерфолл, так. Подождем. А может и не подождем. Подождите, на нож, на нож, на нож. Остался один враг. Из гуда, из гуда. Нихуя себе. He was one top. На взятку в рыбской костюме материя здесь. Спасибо огромное за донат. Она чисто пробегала просто. Но, сука! И все. Ну мало ли. Ставлю турель. Перезаряжаю. Сейчас, короче, сделаем мою любимую штуку. За нож скиньте косарик нахуй. Когда они отвлекутся, бейте. Big game today, guys. Чтоб, да, чтоб не расслаблялось. Сейчас все будет, смотрите. Гениально. Так, и вот сейчас будет повторно гениально. One behind. Нет, не будет гениально. One was behind. Но это не важно. Остался один. Босс. Nice. Hey, yo, man, can I get your... А ты так не мог озвучить удар ножом у Йору? Нас! А прикиньте, реально, если бы у Йору была такая озвучка, короче... Прокой-то. Нас, сука. За нож косарик. За нож косарик, спасибо. Ебать, изи косарь нам здесь. Прикинь, слушай, надо мне с тобой почаще стримить, короче, ты будешь людей байтить на донаты. Я умею. Сработаемся. Штурмуем. Спасибо огромное за донат. Ну, я честно, ну, ребят, можете смотреть меня просто так, поверьте мне, я не прошу ваших донатов. Хотите, смотрите меня хоть бесплатно, хоть как угодно. Я флеш дам. И мы выйдем. Давай. И опять. И не опять. Но, слушайте, это была, между прочим, командная работа. Вот. Остался один враг. Мне кажется, половина чата смотрит за Нидус и в ТГ. Слушайте, ну главное, чтобы вы еще в ТГ подписывались, а не просто смотрели. Недавно пересмотрел весь крик из-за вашего дубляжа. Вот, это прекрасно. I'm so shit. Bro. Ты можешь просто уйти в пит и выиграешь он. Ты и так выиграл. Остался один игрок. Кинула гранату. Открой два, ты все равно выиграл. Кинула гранату. Умница. You got this so much, boom.
Sorry, Oman, I'm backseat. Надавил гашеточку, да? Ну а почему бы и нет? Почему бы и нет, чат? Погнали на цель. Понял. Зато... На С, блядь! Победителей не судят, как говорится. Слушаюсь. Правильно. Киллджой, а ты слушаешься? Нет, я предпочитаю командовать. Ты послушная девочка? Oh my. Нет, я домена. Они слабые. Тогда сработаемся. Опять же, недавно смотрел прохождение игры The Quarry. Какой-то знакомый голос. Да, блять, да, я озвучивал игру Quarry. Да, точно. Слышь, куда я? Турель на месте. Босс. Вот и полтур. One more. Без баки. One more. Нихуя, Егорчик! Зажим киберспортсмена. Егор решил немного подсечь даму. Ну так, чтобы не расслаблялась, вместе, знаете. Вместе. Я и наших дам иногда в телеграме прогреваю, чтобы не расслаблялись. Смока и смок, и смока, и смоком погоняет. Что, неважно. Так, короче, предлагаю делать так. Я ультую, всех Егорчик, затаскиваю. Егорчик, это я. Это ты. А вот это я. Максимально крутой медведь. Помнит, кто чат мультфильм «Крутые бобры»? Сука, какой же охерительный мультик был. Ставим спарки. И снова я ограничил. Да где, блядь? Я думал это... Да, ладно, пожалуйста. Ну и пожалуйста. Ультимейт готов. Вот прям, ну реально, крутые бобры, это был максимальный топ. Спайк на А. Завтра на пары в 6 утра просыпаться, спать не осталось 4 часа. Ложитесь спать, мадмуазель. Ложитесь спать. И все будет аларм замечательно. Так. Ой-ой-ой. Минус враг. Это, наверное, Омен у меня научился так стрелять. Хорошо, что я уже отучился. Слушайте, я иногда тоже об этом думаю. Хорошо, что я уже отучился. Нужна пушка. Спасибо. Это один из вайбов детства, особенно когда перед школой. А я, знаете, я не перед школой смотрел, я после школы, перед тренировками я в основном смотрел их. С нами пойдешь, Наца? Вот. Нормально. А с нами Егорчик пойдет? Ну, вот так вот. Я пока вам рассказывал, я уже забыл, что мы все идем на С. Всем. Мне кажется, Загорка сидит. Давай, брат, иди сюда прям. Заходи. Keep full blind. Уходи, уходи, уходи. Здесь. Привет. Умри. Внезапно. Блять, что? Откуда они? Это жестко было. После тренировок я бежал смотреть закрытую школу. Ну, или так. Я сейчас много работаю с актерами, которые снимались в закрытой школе. Как картавость убрать? Только к логопеду. Я не знаю, как она убирается в домашних условиях. У меня просто получилось в детстве. Только к логопеду. Если вы хотите... Ты был картавым? Да. Ну, не знаю, лет до 5 до 6. Я, кстати, тоже был кахтал. Картавость имба? Слушайте, может быть, я с вами и соглашусь, но в моей профессии нет. А вот они не ожидают двух флешек. Вот смотрите, раз. Блять, портал сломали. Суки! Он соспал. Ага, они сюда пойдут сейчас.
Твой раунд, еще там же. И сзади уже. А, да, бывает. Сломайте вместе. Слушайте, это говорят, что это мило. То есть это, я не спорю, но просто в данном случае, в моей индустрии конкретно, это картавость не катит. Как же Куба? Ну, Куба вышел из таких, из народа, грубо говоря. И он как раз в этом народе, собственно, и варится. Это что, новая фраза Йору? Да. Блять, портал сломали. Я могу сказать честно, озвучка... Куда на этот раз? С картавым голосом мне не нравится. Но мне тоже. Не, на уровне фандаба, на уровне каких-то вот таких местечковых проектов, почему нет? Тем более, если человек знает о своей проблеме и умеет ее исправлять, тогда да. А если говорить про официальный дубляж, ну, конечно, куда это? Ну, если он в персонаж попадает, то можно, типа. Ну, это если нужна такая особенность, но почти каждый актер, который идеально выговаривает букву R, умеет картавить. Поэтому картавые не нужны, увы. Сейчас будет просто, он там ходит. Так. Блять, а я что? Я почему? Я туда должен был тэпнуться! Откуда там джетка вообще взялась? Остался один игрок. Неплохо. Джет постоянно из ниоткуда. Да, она просто, она меня преследует всю игру, блядь. Может, она меня стрим-снайпит? Да, у нас Аня получается уже. У нас Аня получается, значит, надо идти С. Но... Go под С еще раз. Let's go C. Just if you flash someone, just dog. We just need to take C. London is the capital of Great Britain, мы поняли. Я не злюсь, но и не говорю специально так, через раз вылетает картавость. Слушайте, ну, я же говорю, это по-разному. Есть разные особенности человеческие, и так или иначе с этим нужно считаться. О, как это было удачненько. Остался один враг. Ну, о, или нет? О, вот это нам надо. Найс. Хорош. Вот это неплохо. Портал закрылся. I'm so sorry, guys, about the game. No problem, bro. We got this. I don't like no problem. С нами же релакс, да? Мы выебали все равно, мне кажется. Хотя, если это допы будут, но все равно плохо. Да я не хочу, мы выиграли, допы. Успокойся. Все, мы выиграли. Ну, блядь, я так для контента, понимаешь. Так-то я вообще расслабончик. А, на чиле, понятно, все, я понял тебя. Да-да. Да-да. Они ждут, что я там пойду, а я не пойду. Я вот так пойду. Соло, блять. Найс. Слушайте, ну нормально вроде, да? Согласны? По-моему, не кисло. Если выиграй, поможешь девушке. Спасибо. Конечно, помогу. Девушке-то как же не помочь девушке, правильно, чат? Девушкам надо помогать. Турель на месте. То есть ты не Сигма, да, Егор? Я Сигма. Я же какие натуралы. Релакс. Сентинелы сильнейшие, соси. За что, блядь? Окей. Ястреб пошел. Вот и его узнали. Вижу враг.
А вот теперь я пойду вообще вот сюда. Я вот так подумал. Don't go, don't go, don't go, I just... Сейчас будет гениальнейшие мувы. Блять, кто бы знал, что он еще там появится. И кто меня... А, нет, я думал опять джет получилось. Сколько уже... Много. Егора, что-то известно о озвучке нового героя? Мне известно, вам нет. Все просто. Мне известно, а вам нет. Я просто, ну, смотрите, я не могу и не имею права вам что-то говорить пока что. Дождитесь каких-то официальных заявлений, официальных новостей, только тогда мы сможем с вами это обсудить. А так, ну, как бы... Don't go, don't go. Just go see. Я не хочу, чтобы меня уволили, я и так ноунейм. Как бы, куда мне еще? You mean go here? Остался один игрок. Бро, блять. 30 секунд. Just play. Нормально. Just ask some many questions, just listen, that's all that we need. Что-то релакс там запарился максимально, там что-то там его настраивает, что-то, блядь, на победу. Давай, давай, на победу его. Это как хит, только вэри. Ну, правда логично. Типа, что значит вэри хит? Я говорю катку с девушкой. И попали с тобой на бризе. И вот у меня вопрос. Тебя вообще не заебывает то, что тебя, скорее всего, в каждой игре просят сказать какую-нибудь фразу голосом Йору. Типа, не знаю, меня бы это прям пиздец заебало. Если заебывает, то как ты вообще относишься к таким просьбам и часто ты их игнорируешь? Спасибо огромное за донат. Интересно, что мы с вами попались, оказывается. Вот, я вам расскажу. Меня постоянно просят в катках что-то сказать, какое-то слово, какую-то фразу. Давай, вот. И one behind. Я понимаю, что людям это интересно. То есть, как бы... Да, мне иногда впадлу, мне иногда не хочется, мне лень, я злой, я еще что-то. То есть, как бы, очень много нюансов. Но... Я понимаю... Блядь, они отовсюду! Так вот. Извините. Я понимаю, что людям это интересно, и они, может, никогда больше такого не услышат, вот так, чтобы в катке. Поэтому я всегда стараюсь свои какие-то эмоции подавить в себе, чтобы подарить человеку, может быть, радость. Ладно, ребята, все молодцы, кто заиграл. Я не заиграл, I bet. Вот, так что, короче, вот примерно вот такая тема по поводу того, что я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо огромное еще раз за донат. О, ну слушайте, 42-15, да пошел ты. Ты... Что случилось? Киборг, убийца. Я тебя сдам, я скажу, что ты смурф, и сдам тебя. Нет! Я звоню по WhatsApp только что, вот сейчас звоню Райтом, вот заканчиваю стрим и звоню Райтом по WhatsApp. Все, это... Ну куда? Ну что это такое, релакс? Я осуждаю, максимально. Ну, спасибо, брат, ты меня забустил. Нормальная тема. Слушай, нам надо будет, короче, с тобой договориться и как-нибудь прям вот такой дабл-стримчик залепить на полдня. На полдня можно, можем. Ну вот, вот, я говорю сейчас. Ну, вот ты мне сегодня написал, я спишемся и обсудим это тоже. Добро? Конечно, конечно. Я пойду сейчас сикать. Давай, давай, все, брат, спасибо давай, за игру. Давай, 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 до завтра. Пока. Чат. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Чат. Что хотелось бы сказать вам за сегодняшний стрим? Во-первых, огромное спасибо, что даже в небольших количествах вы все равно приходите ко мне, и мне это, правда, очень важно. Это значит, что я, как это сказать, свою работу не впустую провожу. Вот. Поэтому огромное вам спасибо, приходите еще, на днях будет обязательно еще один стрим. Всех буду ждать. На сегодня все. Поэтому всех обнял, поднял, заплакал. Подписывайтесь на телегу. Обязательно подписывайтесь на телегу, чтобы ничего не пропустить. Вы мои хорошие. Всем пока.